Так, здорово всем. По чуть-чуть начинаем. Тут я тещу просто канал Ютуба еще. Захожу на канал. Здоров, Яндек. О, Ютуб-то работает, смотрите-ка, работает Ютубчик. Отлично, отлично, ребята. Для тех, кто хотел Ютуб, хорошие новости, пацаны. Это круто. Сейчас даже ВКонтакте поделюсь. Так, ну все, YouTube пашет, ребята, отлично. Короче, всем привет. Так, короче, ребят, мне тут друг пишет по поводу, видимо, на турике решил поиграть. Короче. .59 время. Задержка 12 секунд, помните об этом. То есть... То есть очень скоро сетка появится.
Блин, начал, что-то у меня в горле першит, как заболеваю, как будто. Так, сколько у нас участников, пока я вижу. По 31 чек-ин людей прошли. Среди них вижу Касса, Хеллрейзера, Стрэнджа. Юникс, брат Стрэндж, кстати, здесь присутствует. Так, ну не все что-то... А, вот Титан там. Титан постоянно регится и постоянно, ну, не приходит, как бы. То есть первый раз Вердос не зарегился. Ребят, давайте там последние, я не знаю, секунды, короче, чек-ина. Ну, видимо, спят еще. Вердос там, Френд. Титанчик. Вот чек-ин не прошли, а зря. Как мне кажется. Сегодня, кстати, Рождество у буржуев, и помимо нашего турнира вообще ничего нет. Я смотрю, ребят, для тех, кто просил, YouTube я сделал, помните об этом. Вот, канал добавлен в описание. У меня Old School просил, там и не только, много кто, типа на телек, YouTube только выводится. Вот теперь можете на телек выводить, если не рестрим, соответственно, YouTube присутствует вообще. Ну и ждем начала отборочных. Сейчас будет сетка, естественно. Как-то так. Да хер знает, у нас и в 15 спать могут, поэтому тут мне не сложно говорить, что там происходит вообще. Если честно. Здорово всем, ребят.
Так. Так, что-то у Юры с сеткой было не то, но вроде как починилось все. Так, ну что? Ждем сетку. Сейчас будет она, я думаю. Сейчас прошу даже. Я чуть пораньше стартанул, чтобы YouTube протестить, как бы. Ну, YouTube идет, все нормально, в общем-то. Не понимаю, только, если честно, где там что смотреть, где зрителей, сколько там находится вообще. А, сейчас смотрит ноль. Все, теперь вижу, где. А вот один смотрит человек. Слушайте, ну YouTube хорошее качество рестриму дает там. Ну что? Давайте сетку посмотрим, ребят. Я уже сообщил в чатике всем, что сеточка подъехала. Вот. В общем, следующая сетка, ребят, 1:16, ровно 32 человека, такое уникальное вообще, ну, вот бывает, что ровно-ровно ни у кого фрислота нет, прям всех есть пара, в общем-то. Каз Дитри, Купогошку, Униган, Хеллрейзер, Ника, Нирака, так, Хеллрейзер, возможно, с Касом наверняка будет в 1:4 здесь.
Так, неразим Ghost Hell. Все, так играть Нюник и Корзов. 3DB со Стрэнджем, возможно, вот здесь попадется, если пройдет. О, Жеха на Култи попал. Не очень повезло. Миндаль на Мотика. Ваня на Миха. Алекс еще участвует. Ну, ждем, в общем-то, старта игр каких-то. Сейчас я куда-нибудь буду врываться пробовать. Куда я буду врываться, даже не знаю. Кассу можно ворваться попробовать. А, Миндаль Мотик, кстати, неплохая пара. Так, ну что, кассу отписал. В общем, сейчас выцеливаем, куда. Куда ворваться надо будет. Я думаю, может, кассу и ворваться сейчас. Касс Дитрих. Никнейм Дитрих мне чем-то знаком. Не знаю, правда, как, насколько он кассу там сопротивление может отказать. Так, ну есть недовольная сеткой. Ну, блин, ну а как тут? Я просто не знаю. Юра-то точно не знает, как кого разбивать здесь надо, потому что, ну, я не знаю. Сверху Стрэндж, сверху Касс, сверху 3DB, сверху Неразим, сверху Хеллрейзер. Ну, хотя, да, тут что-то много сверху. Хеллрейзера можно было бы и вниз пильнуть.
Так, ну что, ребят, свел там моего другана с культи. Ну, там, конечно. Сила неравная немножечко, но... Так, Ас все еще играет. Мэджик тоже ждет, я смотрю. В общем-то, и я жду. Я, наверное, сегодня пораньше закончу, ребят, надо мне этот. Оп, на YouTube уже подписчики поперли, я смотрю. Здоров всем, пацаны. Обратите внимание, девчонки, что в описании канала новая вкладка появилась. Красная хрень такая. Канал на YouTube. Куда жмешь и заходишь просто на изичах. Ну что, ребят, сейчас 3DB посмотрим, а потом к Стрэнджу ворвемся. Все, уже начали играть большинство людей, я смотрю. Стрэндж, правда, тоже сидит, ждет, не знаю, то ли с оппонентом не связаться, то ли что. То есть, получается, у нас были... Давайте пока по истории немножечко расскажу, пока чел не заходит. Вот у нас есть страница Ликвипедии, и, соответственно, можно что сейчас сказать точно. Я даже вам изображение сейчас поставлю, в принципе, да. Пока ничего не происходит, чтобы для тех, кто в записи будет смотреть, чтобы какая-нибудь информация хоть полезная была. А не просто мы сидели, тупили. В общем, было уже 3 квалификации, они были для всех, то есть европейские игроки тоже были. Вот, и сегодня последняя, 4-я только для СНГ, вот первая квалификация, у нас прошли 4 человека, Крит, Арктур, Соул и Браток, очень удивил Крит, приятно, выиграв Арктура, выиграв Димагу и там других еще игроков до этого в сетке, вот, но, к сожалению, Соулу 1-3 проиграл, Соул забрал приз 3000 рубасов, вот, 4 тирана с первой квалификации, в общем-то, прошло. В квалификации второй у нас тирана не прошли. Ну, тут Блайчик забрал 3 рубля. Блайчик убил Миндаля Скиллоса
другой части сетки. И в финале Мината. Мината с Гуру прошли еще. То есть Протус и Тризерга здесь прошли. Было неплохо. В третьей квалификации у нас тоже без тиранов оказалось. Прошли 2 Протуса, 2 Зерга. То есть у нас почти баланс получается такой по расам сейчас пока что. Ну, четвертый квали, непонятно, кто пройдет, не пройдет. Рейнер взял здесь, Коу с Рейнером играл. Алекс 007 до четвертьфинала дошел. Ну и Кр против Рейнера в финале был. Кр вообще у нас оказалось неплох вполне последнее время. И он вдвоем, в общем, финал вообще не СНГшный был. Также здесь Blue Cheese был, но Blue Cheese у немножечко не хватило. Если бы раньше начал играть, может, квалифицировался бы. И вот четвертая квали. То есть у нас получается так. Здесь 2 Протуса, 2 Зерга. 3 Зерга Протус. Короче, 3 Протуса, 5 Зергов. И 4 Тирана пока на данный момент прошли. Вот такой вот расклад, соответственно. Ну, что нам день сегодняшний принесет, увидим, ребят. Никаких турниров у европейцев вообще нет. Сейчас, сегодня, в этот день все отдыхают. У них там как Новый год, Рождество, типа там все дела. Вот, нам на это пофиг, поэтому мы заморачиваемся. А вот Новый год уже не будем, видимо. Так. На Ютубе уже 2 подписчика. Призовые на 2 делим. А, ну да, понял. Ну, значит, тот, кто финал прошел, тоже не остался без призов, ребят. Здесь ЗВЗ у нас оказывается. Пиф-паф против 3DB. 3DB 17-ю хату Газпул играет. Здесь пул первый с газом, с мейном у пиф-пафа. Ну, я в эту пару пошел. Почему? Потому что дальше 3DB Strange, возможно, будет у нас матч. И будет интересно достаточно. То есть сразу же во втором туре такой мощный будет матч. И это прикольно достаточно. Тем, кто просил YouTube, ребят, помните про YouTube. Ну и что же, 17-я хат готова, пул готов, скорость заказа на уби, здесь тоже скорость пошла, но без Беллинг Неста здесь, поэтому, в принципе, все нормально. Собаки бегут, би пока не видит, но уби аж 8 лингов строится сейчас. И Беллинг Нест будет, да, и Беллинг Нест пошел, но тут похоже, что би вообще собрался. Смотрите, он тут чисто собак строит, он собрался пушить оппонента своего, по-моему, лингами. Вот сейчас вот собачки бегут. Ох, зажал, как пиф-паф-то. Хорошо. Ну, встал почему-то. Да, королева ныкается за минералы. Позиция прекрасная. Убить не получится, естественно. Здесь собаки туда-сюда бегают. Беллинг-нес там, беллинг-нес здесь. Правда, уби раньше намного беллинг-нес будет. Смотрите, и собаки все строятся и строятся. Уби. Так, одну пиф-пафовскую зажал. Краю сгрыз. Thank you.
Так, минус несколько лингов. Тут крошили королеву, я смотрю. Два линга, беллинга, простите, передроп с овера на мейн. Прям пиф-паф уйдет, пиф-паф никак на них не реагирует. Ну, блин, они взрываются, я бы не сказал, что провально, но так себе они взорвались сейчас. Можно было убить значительно больше рабочих, я в этом уверен абсолютно. Но не получилось убиться здесь, пиф-паф все сгрыз, нафиг. Сейчас беллинг в тылу, правда, морфится. Сейчас он доморфится и будет взрыв, если получится сделать. Опять беллинги взрывают. Сколько можно, подумал я сейчас. Взрывать уже мейн чертов беллингами. Но здесь можно еще вести и вести сюда. То есть тут вообще никакой защиты нет. Ну понятно, что там Би у нас ГМЛ. И вообще последнее время он неплохо выступает на Гоу ФСК. Там в полуфиналах присутствует. Может даже и в финале как-то было, не уверен я. Ну что уже неплохо в принципе. Ну, а пиф-паф я видел, что он из алмазной лиги, по-моему, судя по рамочке, был. И, конечно же, это неравный уровень игры совершенно. Вот этот взрыв значительно лучше был от Би. Взорвал он дронов всех пиф-пафу там на мейне. Так, беллинг-контроль. Два беллинга в три разменивает Би. Прогрызает здесь все нафиг. Надо взрывать, либо идти в атаку уже. Королеву, смотрю, есть. Бесхозная фактически получается она. Королева падает на плетку, на лингов накидывается. Би собаки еще сзади приходят. Ну, давил, давил и продавил, в общем-то. 30 рабочими при этом все. Все экономика есть. Более-менее адекватная. Пиф-паф почти что даже отбился. Ну, почти что даже отбился, это как-то не очень звучит. Почти что даже отбился. Ну, перспектив нет никаких. Здесь третья хата, вы видите. 11 дронов там, здесь 35 уже. То есть, Би давит как бы с той же силой, и при этом всем еще юнитов отстраивает, в отличие от пиф-пафа, который... И отбиться не может нормально, и рабочие у него в минус все время уходят. Хотя подстраивать иногда умудряется, даже работать несколько штучек. Я не знаю, мне, может, Би надо в роучи как-нибудь пуш сыграть, в следующий раз быстрее будет. Плюс один просто роучи без лейера сделать и убить как-то. Что-то беллинг-бастом не так уж быстро получается Би расправиться с оппонентом своим. Понятно, что здесь уже... Все ясно. Кстати, потери почти одинаковые. Ну, 30 дронов убил. Би здесь с пиф-пафом. Потерял собак 60 с лишним там, конечно. Ну. Так, все новые-новые беллинги морфятся. ГГ, пиф-паф пишет. Наконец-таки. Ну, это вот три, ребят. Надо еще одну игру посмотреть. Спасибо, AFSM Illusion. Создал канал YouTube, помните об этом, ребят. Сетку сейчас скину. Вот. Канал есть в описании на Good Game, на Twitch. Я в описании его еще не добавил, правда. Теперь я, правда, не понимаю, куда записи выкладывать мне. Мне кажется, надо.
Так, и туда, но на моем канале, это, я так понимаю, ютубовском, они автоматом будут писаться. Просто проблема в том, что... ну, мне приходится, я логинюсь, как бы, обычно раньше это вообще мой секретный канал был, я туда выкладывал просто для друзей всякие темы, там многое вообще недоступно по ссылке доступ, ну, авиационных, есть там несколько видео, которые доступны. Вот, то я тоже выкладывал, как бы, для друзей, потому что там кривая съемка, ну, была иногда, как бы, ну, я не стал доступ закрывать, потому что... Ну, другие, чтобы тоже посмотреть могли. Вот, ну да ладно. Как бы на Good Game тоже могу дублировать, в принципе, записи. Просто надо перелогиниваться, как бы, обломно это, потому что я сейчас открыл. В Chrome все, как бы, а в Chrome я в Good Game-овском YouTube был залогинен. Вот у меня дилемма была просто, как с этим поступить, чтобы... Ну вот, с логином именно. Так, 3DB пробегает. Опа! У него хоть-то эволюшн. А что за эволюшн-то, я чуть не понял. С передропом. Просто собак с передропом, что ли? Так, вижу, овер делается. И зачем он здесь делается-то, я чуть не пойму. И решил, что ему в лоб не сгрызть, надо дропаться по-любому. Ну, полетел, это отвлекающий маневр просто. Сейчас дроп будет из овера. В эволюшене можно одним рабочим было бы подобывать, например, на коготь 100-100 наносить бы было бы. Что лол-лол? Что лол-лол-лол? Ну да, собачки на мейн, смотрите, забегают. Кстати, я быстро отреагировал, очень пиф-паф даже здесь, я удивлен этой реакции скоростной. Здесь беготня идет на второй базе. Надо аккуратнее, надо овервлен было бы здесь держать ближе, и тогда собак, возможно, получилось бы спасти. Бину, он не держал овера близко, как бы, и собак не спас. Слушайте, у пиф-пафа ситуация прекрасная в этой игре, просто как бы у него... Больше намного, ну, рабочих, но боевой-то лимит у пивпа, у этого Бина 10 выше просто сейчас. Собаки все подбегают и подбегают. Если бы он коготь бы делал, было бы тогда хорошо. Из овера нельзя дропать сейчас ничего. Не знаю, зачем 3DB в рабочих вырывать, если можно было бы плетку сейчас убить, просто спокойно сгрызть. Пока там собаки сверху отвлекали. То есть, если сюда собаки бегут, отсюда начинаешь выгружать. Если туда бегут, то... Так, сверху бегает, я смотрю, лингами. Начинает. В этот раз пиф-папу не удается быстро отреагировать, как в прошлый. Настолько же. Несколько дронов погибло. Просто на ловера сесть обратно. В это время на второй базе какая-то активность идет. Собак уже пачка, прям хорошая такая пачка. Здесь пушка, королева и псов немало, на самом деле. Не, ну рабочих вот так врываться, прохлада полная, конечно. Смотрите, и так ведь сгрыз все, просто сгрыз. Надо, блин, драться вне рейнджа пушки. Можно уже на муви на мейн пробежать легко вот этими собаками. Взять просто так, пух, и на мейн забежать. И строятся линги здесь. Да просто пробеги-то всеми на мейн, да. Тем более здесь 4 еще пса сидит, сюда бы забежал бы, этих сгрыз бы, этих дропнул бы и все, и убил бы. Нафиг, например. Ну все, подгрызает би последних королев. По рабочим все еще в минусе. По боевому в плюсе, как вы видите. Бля, что Би здесь-то все время пытается драться? Почему сюда не пробежать наверх-то спокойно? Ничего ж не мешает этому вообще. Б
Лежал опять вокруг. Можно из овера вниз сюда дропнуть и сюда напасть. Значит, просто бейны будет и будет тяжело. Что-то ахает би. Увидел бейнов, что ли? У него хата есть, ему можно просто сейчас рабочую заказать, как бы, и с бейлингами в бой не вступать просто. Вообще, при равных уровнях бы нормально, если бы был бы пиф-паф как бил, он бы из этого точно выиграл бы ситуацию, я думаю. Просто уровень немножечко неравной игры. Одного бейлинга все-таки развел, убил. Еще 10 собак без строя. Да надо дронов настроить и просто рачатник поставить, по-моему, спокойно. Так, ну ситуация еще вровень как-то более-менее вышла. Кстати, пиф-паф собак масит. Би здесь... Би пытался быстро пиф-паф убить, но в итоге, смотрите, пиф-паф сам тут Би чуть ли не убивает. Би бегает, несет потери и не слабые здесь. По лимиту пиф-паф уже 57. То есть он сейчас роучи стучит. У него же роуч ворон есть, ему просто роучи. Сейчас надо гаст еще один напилить. Начать строить роучи и все. Это, ну, будет прекрасная для него ситуация. Так, ну вот Би первым роучи начал строить, и похоже он сейчас окажется прав, потому что у него и плюс один, и роучи 7 штук заказано. А 10 бейлингбастер, знаете, пиф-паф-то эту игру на порядок лучше, чем предыдущую, я бы сказал бы, отыграл. В этот раз он уже в атаку сам идет, в прошлый вообще не получилось. Как бы. Вот у нас роучи с собачками сражаются, с бейлингами. Бейлинги мимо проходят, смотрите-ка. По рабочему удар не слабый пришелся. Ай, рабочих погибло немало. Но часть роучи все-таки выживает. Несмотря на это, пиф-паф неплохо проатаковал. И сам роучи заказывает тоже. Смотрите-ка, у него уже 8 в продакшне. Третья хата есть. Офигеть просто. Так ведь и слить можно би будет. Там вместо пиф-пафа сел кто-то, что ли. Как будто получше стал играть. Просто такое ощущение у меня. В общем, у Би лейер пошел, ребят. У Би плюс вот, это плюс один, это как раз плюс его, потому что апгрейды подрешают, скорее всего. Пиф-паф просто немерено роучи масит, делает бейлингов. Кстати говоря, если сейчас он... Ребята, у пиф-пафа ведь скорость уже готова практически. Изменены. Рой улучшен. Так, сейчас окошко приоткрою, чтобы темно стало. Загад, потому что у нас здесь вообще-то
Третью отменил пиф-паф сейчас. Би. Уби плюс 2 на рачей, уби скорость, собаки строятся. Ну все, что уби может зарешать, это вот этот плюс 2 нужно обязательно ждать. Он, кстати, стопудово зарешает. Роучи плюс 2 на 0-0 роучи, это совсем, ну, не как раньше было. Я помню, были в Хоте битвы или в Воле даже, когда Димага там 1-0 побеждал роучи 2-2, но сейчас совершенно другая ситуация вообще. Так, ну третью ставит у нас тут, получается, Би. Ему бы Реваджера плюс еще 3, вот убил бы оверов этих, как бы, легко. Одним-то Реваджером задолбаешься вообще пуляться. А вот четырьмя за удар вообще неплохо. Да они в бою пригодятся. Там тоже, кстати, плюс один грейд пошел. Там строятся рабочие у оранжевого зерга. Чё-то Би тут уже сдаваться собрался. Да не, еще пока не гага. Часть собак сбоку на хату накидываются, надо ее прикрыть побыстрее бы. Фаербулы проходят, линги с лингами, роучи с роучами. 3 секунды до плюс 2, ребята. Плюс 2 это сейчас может зарешать, конечно. Ну попробуй нагони еще рачей оппонента. Не так-то просто их успеть нагнать. Отбился Би, по лимиту в плюс вышел, плюс 2 доделался. Напряжный ЗВЗ получилось такой. Би идет вперед. Но тут тоже, кстати, атака доделась, так что преимущество только в один грейд сейчас пока что в плане атаки у Би. Но это на 2 дэмэджа у каждого роуча, напомню, больше, поэтому это хорошая ситуация. Фаербольщики кидаются. Сейчас еще два реведжера подойдет. Би здесь побеждает, но если только не ловить, кстати, такие фаербулы. Если ловить их, можно и проиграть. Кстати, рабочих больше на 12 штук здесь, и поэтому уби боевого больше вообще. Так, да он не про этот чат, он про чат Battle.net и Култи пишет, а ты про чат на Гудгейме. В Battle.net бывает баг, что на канал ты зашел, а у тебя там 0 человек сидит. Это старый баг, я не знаю, что он берется, как бы. Не раньше бывало. Неплохо фаербол там по реведжерам прошел, уби. Пиф-паф до 200 почти лимиты тут отстроился, смотри. Чуть пиф-паф что-то разбушевался, да, во второй игре. Первый, блин, вообще. Би его, блин, забалин бахил клам. А тут роучи-то оказалось, пиф-паф достроить умеет. И очень даже неплохо, только грейдып еще вделал бы. Дистанс майнинг на треть. А, третья база нет, а здесь-то третья теперь есть. Пошел пиф-паф. Здесь позиция не очень хорошая. Хоть с КГ и заходишь, но если армию здесь нормально расположить, как Култи делает по позициям, неплохо получается тогда. Ох, какие фаерболы зашли здесь, просто, я не знаю.
Забомбило всю 189-38. Собачь что-то накинулись в хату, пытался сгрызть пивка в хату. Очень она эта хата, ему не нравится таким хп. Так, ну все-таки Би мучил и замучил Пиф-Пафа, как вы видите. Непросто это было ему сделать, но Пиф-Паф держался, прямо я удивлен, молодцом. 270 лимит, ничего себе Пиф-Паф там кнопки жмет. Что, Стрэндж-то доиграл у нас, кстати, надо сетку посмотреть. Хеллрейзер уже в верхней части касса ждет, насколько я вижу. Неразимый. Да, Стрэндж доиграл. Я Би Стрэндж буду сейчас стримить, короче. А, там вот этот чатик, да, эту хрень нажмешь, тоже чата нет тогда. Ну что, ждем Би Стрэнджа. Третий подписчик на Ютубе, ничего себе. Ну что, ребят, окей, пишет Би, ждем, пока они почеркают карты со Стрэнджем. Это будет второй тур, Стрэндж в части сетки, где Кас находится также. Снизу Ваня, Люцифер, Ришбрингер, Култи, Мотик, Миндель. Алекс 007, такие игроки. Ну что же, Юникс неразим. Возможно, Стрэнджу придется биться с Би. Кстати, Касс, Хеллрейзер и Стрэндж не смогут пройти вместе, все неразим. То есть двое из них вылетят точно, как бы из четырех. И Юникс, если тоже хочет пройти. Развел Пиф-Паф отдаться ГГ, ну. Хитрость тактическая, ё-моё. Когда-то боксер в первом Старкрафте союз заключал, чтобы пацан на минке на его зашел, а потом отключал. Они как бабахнули. Потом запретили вообще.
Да не, Пиф-паф. Вторую игру вообще как преобразился просто. После первого я думал, там 5 минут и все будет, как бы, и хорош. А во второй игре Пиф-паф что-то прямо это... За зергов и двор чуть не выстрелил в упор в Би, но Би отразил атаку. Так, в описании канала моего Good Game ссылка на YouTube канал, ребят. Ща на Twitch добавлю еще. Так, на СК2ТХ, кстати, можно вообще плеер впилить, мне кажется, не? Так, Strange Invited, спасибо ему. Где на... Так, Twitch Good Game, сейчас редактирую стрим. А, на СК 2 ТВ, наверное, 2 наверх максимум выводится, да? Ссылка на стрим. Да и нахер тогда. Потом добавлю, достаточно твича там будет, я думаю. Все, добавил и на Twitch YouTube канал. Вот, надеюсь, все нашли, короче, кто искал. Сейчас буду его тестировать пока что, этот ютубчик, а потом разберемся. Опа, MX Fash, красавчик. Просто рубль к призовому. Кто-то отхватит сегодня побольше призовых. Мне, кстати, так получилось, что в этом году, как года отборочные, я стримил только решающий. Кстати, постоянно какие-то турниры мешали мне. Ну вот. Спасибо за поддержку турнира. Помните, что надо поддерживать меня и мой канал.
Ну, к сожалению, совпадало, я уже сказал, по времени просто с другими туриками, поэтому так приходилось. Спасибо всем, кто поддерживает, естественно, меня и мой канал в том числе. На премиум подписывайтесь, отблоки отключайте и т.д. и т.д. и т.д. По реквизитам в описании через плеер поддерживайте. Опа! Двойной дроп ведь здесь идет от Би. Слушайте, адепт, он поджал. Первого самого поджал адепта Стрэнджу. Это печаль полная, потому что первый адепт поджат, оказывается. Может, с пробками имеет смысл подраться? Куда бить там побежал? Три пробки скушал, кстати говоря. Не, ну пилон уже точно не получится пробить. Слишком адепт быстро строится. До адепта, я имею в виду, не получится пробить. Ну, кстати, в итоге Би убил, конечно, этот пилон. Но здесь сталкер плюс адепт имеется в наличии. Би, конечно, грызет все это дело. Пилон одновременно грызет, а юнитов-то никто не грызет там, стрэнджерских. Так, все, отдался сталкер. Собак все больше и больше, да не надо пробок бояться, они еле живые здесь все. Можно пилон сгрызть, бей куда-то на мейн вору. Куда ты побежал? Пилон сгрызал бы там, да и все. Это ошибка, что бей на второй базе пилон не грызет. Мне кажется, он решил, что пробок убьет крит-массу на появление. Да, смотрите-ка, ничего себе, Би-Стрэнджа скушал. Выдает. Неприятный момент. Для Стрэнджа. Так, B1-0, неожиданно. Так, ну что, ребят, реклама, я спильнул, все, пильнул. Это вторая игра Strange B, 1/8 получается стадия, в 1/4 пока в сетке только Hellraiser находится. И, возможно, он будет играть с Касом в ближайшее время, я бы посмотрел бы, конечно, этот матч. Вот, ну и Strange'у надо тащить здесь, иначе как бы он сейчас отлетит от B. А это уже будет не очень хорошо, конечно, для Strange'а, потому что хотелось бы... И мне видеть его на финалах года, но тут побеждает только сильнейший у нас обычно. Как бы если Би готов сбривать, то
Тут уж я поделать ничего не смогу. Кстати, опять сверх какой-то агрессивный билд. Собаки бы эволюшн. Ой-ой-ой. Просто сгрызали те самое-самое раннее. Причем Стрэндж ведь контролит третий Нексус. Би бы проверил бы. Но Би не проверяет. Здесь стенка есть, здесь адепт бустится, здесь варп бустится. Не, похоже, в этот раз Стрэндж готов. И хорошо готов. Урыву. Овер. Так, два овера морфится. Ну тут Стрэндж, смотрите, прибегает и привет оверу передает. То есть тут уже план весь... план весь может сейчас оборваться. Ну, собаки, Би, смотрите-ка, резко на мэйне образуются. У Стрэнджа. И ведь они грызут пробок и сталкера, и две пробки, уже три пробки падают, 4-5. Пока 5 нет. Второй овер подлетает, все это такой дублирующий овер получился. А что Би делает-то вообще, не знаю. Чем бы... А, здесь два адепта убьем, здесь два адепта уже. Нет, с двумя адептами шутки плохи, здесь с ними уже ничего не поделаешь. Хотя Би грызет, смотрите, до демедженного-то добей, что ты творишь-то, вот. Стрэндж уходит, здесь батарейка есть, да нет, здесь Стрэндж рампу полностью заблочил. По-моему, обязан здесь Стрэндж просто отбиться. Тем более Би немножко не хватает в плане контроля. На сталкера фокусить. Ну, Би бегает и собак дамажит об адеп. То есть он хочет протянуть время, а это очень непросто сделать. Время протянуть грамотно. Кстати, на мейне пробки еще есть. Может туда отбежать спокойно и грызть их. Их много здесь осталось. Только Стрэндж увел только часть небольшую вообще. В итоге по рабочему уже меньше Стрэндж, самое интересное. Би еще 20 собак строит. Охренеть, какой Би лифтер, чертов, а. Чисто лифт запилил. Просто невероятный какой-то лифт. Еще пробок минус несколько. Самое интересное. Собак 20 штук этих бежит вперед. Но здесь-то, понимаете, сталкер не был сгрызан. И сейчас, если он забьет овера, то все плохо будет у Би. А овера он сбил. И у Би все стало плохо очень. Собаки навряд ли здесь что-то уже прогрызут. Адепты на мэн телепортируются. Хотя, смотрите, как Би начал грызть. Кибернеточки не устоять, я думаю. Но здесь есть стенка вместе. Вот пилоны, вот эта вот хреновина. Перезаряжалочка полей. Так, коготь Би заказывает. Будет третью-то он занимать, интересно. Чем он вообще мудрит? Не, гейт здесь грызть, если только ценой очень большого количества собак можно. Золото Би ставит, как вы видите. Пробку, похоже, что так и не видел. Рабочий что-то особо не отстраивает. Ведь мог убить Стрэнджа. Мог ведь и убить даже Стрэнджа Би сейчас. Чуточек не хватило ему буквально. Так, копится Би активно, прям копится. По рабочим даже в плюс вышел. Оверы на точке сбора летят, я так полагаю, это ошибка, не должны они сюда так лететь просто. Ну вот такой вот точки сбора, ребят, сейчас встану, свет включу, что-то темно как в купе. Сами знаете, у кого. На золото перевод дронов произошел. Сколько их тут? Десяточка или 8? 8 начало добывать. Гейте, а где 9? 10-то еще. 10 должно быть. А вот все, 10, да. Добывает, все нормально. Что-то сразу не писали просто. Ну что, собаки все строятся и строятся. Имеет ли смысл Беллинг бастить вот прям сюда, мне интересно. Ведь ресурсы, кстати, есть. Стрэндж начинает свою, смотрите, выбивать эту хрень. Перезаряжалку пали. Вот сейчас бы Беллинг баст. Прямо вот сейчас бы провести его. Собак, смотрите, сколько дофига здесь делается.
Где-то там три овера делаются. А, Би еще будет бомбардировочку делать. Линга, Беллинга, бомбардировка. Точнее, линги снизу по земле, часть Беллингов снизу по земле. И бомбардировка на голову сейчас будет идти. Золото есть, лимита было больше. Коготь у Стрэнджа Грейды по нулям. Слушайте, а это может, этот план может сработать, я вам скажу. Этот план легко может сработать. Все, оверы полетели, копится стамби. 4 дарка пропускает на золото. Ну, блин, спорки можно на мейне второй напилить, например. Ну, кстати, дарки сейчас перевернут игру, на самом деле. Вот Стрэндж пришел. Би реагирует, золото. Хоть здесь спорки надо сразу пилить. Пилит спорки. Да нет, здесь смысла собачками вообще нечего делать. Собак все больше и больше. Да надо сразу вперед всех отвезти. Я не знаю, зачем, что здесь встал. Сейчас собака льет на муви просто. Беллинги летят вперед. Куда бомбить-то только непонятно. Вот эту армию надо бомбить. Би туда и летит бомбить, кстати говоря. Ну что, часть телепортнула из Стрэнджа юнитов в рампу сюда. Нужно пробривать гейт. Нету этого, кстати. Знаете, еще нету здесь у важного очень у Би. У него нет обсервера здесь, поэтому дарки сильно решают. Взрываются рабочие все у Стрэнджа. Взрываются гейты. Дарки вырезают. А, еще и третий ведь Нексус жив. Не, похоже, Би здесь не получится победить в этой игре. Дарки слишком вырезают, да даже собаки не факт, что здесь Нексус грызут, скорее всего. Хотя не, Нексус грызут, ну ценой какой, потерь просто невероятно. Иллюзия Архону такая, она страшная, я аж сам боюсь, как она по собакам бьет. Ну вот оверы висят, одного сюда на вторую Беллингов, одного на мейн запилил и полетел. Только не собачками надо. Стрэндж выпутался из этой ситуации. Тут что-то овер в пачке какая-то гигантская висит. Второй коготь убей, гидроден еще даже делает. Что мы эти... У рабочих у Стрэнджа больше. Какие там гидродены, когти. Надо делать было оверсира, по-моему, и догрызать просто пытаться. И ведь могло получиться. Ну, хорошая такая бомбардировка здесь прошла. Би улетает. Вот же демедженные пробки. Можно вернуться назад сюда вполне легко. Вот сюда три пробки можно взорвать. Они ж с ударов взорвутся от такого бейна. Это очевидно. Стрэндж вынужден кататься уже какой раз. В итоге Би в никуда Беллинга просто взорвал. 4 Беллинга на третью летят. Куда тут еще Нексуса и в помине нет. Вот Би дает. На мейн можно залететь. Понимает, что Никса нет, улетает. А что на мейн-то мешает залететь? Не, ну на муви-то навряд ли они успеют зайти. Надо-то вот отсюда было обходить, получается, и сверху тоже пытаться обойти. Копошатся такие две блохи бегут. У Стрэнджа вся его небольшая армия в районе третьей базы стянута. Слушайте, Би задолбал своими беллингами уже. А ведь у самого выход гидру идет, между прочим. У Стрэнджа колосс, конечно, заказан. Здесь две фотонки на третьей, но один колосс тут прямо со всеми юнитами не справится. Тем более убив второй коготь подъехал уже сейчас. Давайте по юнитам глянем. 7 гидралов, 58 лингов, нифига, 64 с двумя когтями. Слушайте, сейчас овертир, если убей будет, у Стрэнджа шторма нет, колосс еще без рейнджа, вот если вот он сейчас в атаку в ближайшее время пойдет, у него есть все шансы продавить. Только я не понимаю, почему он покатухи не сделал, ведь лейер был. Покатухи сейчас бы решили, наверное, больше, чем два когтя, они бы докатились бы нормально, мне кажется.
Так, филды здесь, собаки все новые и новые подбегают. Конечно же, не просто так они под эти ховеры бегут, а для дропов. На мейн, кстати, уби, смотрите. Уби вообще контроль-то почти вот идеальный получается. Здесь только не видите. Сёверы сами по себе как-то тут повешены изначально после дропа. И они все видят абсолютно вообще. Так, собак, пачка просто гигантская. Отби идет сюда. Сколько их уже? 99 соточка. Один с беллингов, еще беллинги при этом делаются. Здесь колосса архона. Кстати, ай, куда там би побежал-то прям на колосс. Сейчас ему так накрошил здесь. Бейнов маловато, что ты би здесь. Здесь, кстати, батарейки, здесь микс такой, который этих собак. Собаки, а это юнит слабенький очень. То есть. Опа. Игра приостановлена. Стрэндж пилит паузу. Странно, что-то случилось. Похоже. Лаги, что ли, какие-то, я не знаю. Ну, пробьет ли здесь вот би? Можно вот этими армиями можно и пробить вот это, а можно и развалиться, потому что 4 архона, 2 колосса, плюс центри, давайте посмотрим. Здесь 2 филда, здесь филд. Здесь филд. А у этих одинаково вообще. Короче, там у тех тоже скоро по... О, взрывается вся минеральная линия. Собаки накидываются, архоны с колоссами стоят фактически идеально. Батарейки все лечат. Би как бы давит, но разваливается при этом все. Би как бы давит, но разваливается. Так, интересное такое состояние. Вроде как и давит, но разваливается. Вот если сейчас архоны эти выживут, это будет катастрофа для Би просто. Но он все-таки догрыз архонов, блин. Вы видите, что творится? Стрэнджи уже больше по лимиту. Я же говорю, эту армию можно слить там юниты чисто против собак вот этих. Какой драматизм просто. Ведь 1-0 би ведет. Если сейчас Стрэндж выиграет, он может 2-1 победить, либо отлететь 0-2 вообще. 66 пробок потеряно. Уби, правда, вот после этого боя сразу потери выше стали. А у Стрэнджа вторая атака, раньше о, 3 колосса. Нет, слушайте, Стрэндж походу... Походу все, Стрэндж здесь победил. То есть теперь би уже крайне сложно будет. Вот если бы он сейчас... Как же там архоны круто стояли? Они между батарейками вот здесь стояли. И вообще тут собаки их даже окружить не могли вообще. Вот. Печаль полная. Мне кажется, если бы би часть юнитов кинул сюда, а частью просто тупо грыз вот этот вот проход с двумя когтями, он бы сгрыз что-нибудь из этих зданий и ворвался бы сюда, блин. Или вообще два овера 16 собак просто на мейн дропнуть. У них есть атака, то есть эти линги, два когтя, они идеально уничтожают то, что сопротивляться не может. Например, здания какие-то против юнитов. То есть сейчас у Стрэнджа плюс один было, сейчас плюс два. Но даже с плюс один, понимаете, вот в чем прикол? Один коготь на протсу 0-0 грейды, он намного лучше, чем два когтя на 1-0 протсовских. Почему? Казалось бы, да, там немножечко меняется. Да потому что... С плюс один без брони Зилот из двух ударов собаку вместо трех будет рубить. А второй коготь он не даст такого кардинального, в общем-то, какого-то момента. То есть они не будут убивать там на много ударов. На 50%, грубо говоря, они эффективнее не будут убивать. Так, опять врыв на третью. Беллинги бихой тут что-то. Прикольно. Пилон почти взорвал. Лучше какой-нибудь полетел на овере, мне кажется. Вот, в итоге... Би здесь юниты развалились тупо, вот и все. Так, от Стрэнджа до Вар, контр забегание сюда. Здесь выход с колоссами. Да я их просто нечем встретить, что Би есть? У него 7 гидралов в заказе, один с колосса на плюс 2, 4 штуки с филдами против гидры голой. Да не, это, ребята, прохладная история. Ребята, Стрэндж начинает давить, здесь все ждет, здесь забегание, базу ломает. Архоны, конечно, падают, но колоссы просто unstoppable в этой ситуации. Хотя один упал колосс. Ну дальше-то что? Дальше все горит. Ярким пламенем. Не синим, конечно. Ну что же, блин, Стрэндж спасает положение для себя. То есть, как бы, мог сейчас просто улететь. Стрэндж и все. Но он будет продолжать биться. Сказал Стрэндж. Так, на ютубчик уже там пользователей на подписывалось, смотри. 4 человека прям целых.
Ребят, YouTube канал сделан, кто просил там на телеке смотреть или еще где-то там, я не знаю, все теперь можете тестировать, как там работает. Сейчас запилю рекламу после матча, как бы, который вы только что смотрели. Ну и помните про адлоки, поддерживайте меня, мой канал по возможности. У нас сегодня по StarCraft турниров нет никаких у буржуев нигде, поэтому фактически тут один я сегодня стримлю. Инвайт от Стрэнджа пошел. Ну, по катушек вот, что могло изменить вот этот бой, учитывая два когтя уби? По катушке бейнов и больше бейнов. Ну, экономика такая была, знаете, бейны. Бейны, они круты, когда вот 5 бас и 80 там дронов с лишним, и ты их просто ешь-мешь, они как говно морфятся, кто-то катится, и то там надо, блин, можно так катиться, что сразу ГГ напишешь. А в такой ситуации одно неловкое движение, бейны взорвались, достаточно дорогие для такой экономики, и все, ничего не сделать. Ну что, ребята, 1-1, третья решающая, погнали. Ну, я же уже объяснял, что раньше у Good Game были сервера там в Киеве, в Минске, в Казахстане где-то. Я не знаю, в Европе не было никогда, насколько я помню. Там, значит, не лучше-то было, как началась вся эта украинская баллада, вся вот эта вот, как бы. Ну, и потом что-то приняли решение убрать, только в Москве, поэтому даже в СНГ, ну, где подальше от Москвы, и то ГГ не очень хорошо работает зачастую. Не у всех, конечно, но я не знаю, что это зависит. Понятно, что это будет, тем более в Германии, буржуйские сервисы лучше работать, это очевидный момент. Но вопрос в другом, в том, что не всегда я стримить буду вот на эти сервисы, как бы, потому что рестрим только на Good Game, соответственно, идет. То есть тут уже я не знаю, что делать. Такая ситуация, ребята. Агрессивный би. Тут писал когда-то, со временем я начну катать макро. Еще не пришло время, ребята. Еще время не пришло. Время 2 овердропа сейчас. Надо ждать-то, ё-моё, других собак. Где они там вообще? Погрузился Би и на мейн полетел. Собаками, кстати, отвлек.
Ну, кстати, Стрэндж. Опа, смотрите-ка. Ну, тут 4 адепта, сталкер. Ну, дропайся сейчас, овер погибнет. Какой фейл? Как Биза фейлил сейчас? Это дичь просто. Минус 3 собаки не выигрывались. ГГ, ребята, Стрэндж 2-1. Чё-то Би перемудрил, по-моему, с этими врывами. Я даже более чем уверен, что Стрэндж здесь будет... А, у него еще и пробка есть на карте. То есть, сейчас, смотрите, сейчас адепты с глефами будут, и просто Би нечем их отбить будет. Вот в чем проблема. Да, пилон пошел, не обязательно же гейт здесь иметь, хотя бы медленный варп хотя бы, и то уже хорошо будет. Так, адепт, мне странно, еще один-то бьет, а остальные что смотрят? Ну-ка бейте все здания с ноги. Сталкер останется здесь, а женщины пойдут в бой протосовские. 8 адептов. Би это видит прекрасно, вот до варпа уже сюда начинается, один адепт, сколько гейтов тут? А, ну только у Стрэнджа можно вот такого увидеть, мне кажется. И у нас 2 гейт пуш, 2 гейта, ё-моё. Здесь вообще адепты как архоны на какой-то стадии. Вот эти, здесь каждый адепт просто его ценить нужно, ценить нужно. Фух, телепорт прошел на вторую. Позиция хорошая за минеральной линией. С глефами адепты разбирают. Один остается на третьей базе. Стрэндж при этом выходит в Нексус. Пока только с собачками, кстати, разменивает Стрэндж, но вот и до рабочих добрались адепты. Нет, ребята, рабочие падают просто невероятными темпами. И на мейне ничего не осталось, плетка не успевает тупо доделаться. Стрэндж уничтожает, уже нет геймхард. Ну да, 22 дрона уничтожено, это ГГНчик. Би, очень близок он был. Нафиг я полез, Гридби? Хороший вопрос, нафиг она там на сталкере уже, если оппонент ждет с одной базы, с одной базы. Прикиньте, вот одна база здесь была, объявить видел овером, просто построй рабочих здесь, посиди в третью, выйди, сделай эволюшн, есть, сделай балент нест, или просто лингами потом карась, дропай. ГГВП, Стрэндж 2-1, ребята. Ну, печаль, что тут. Так, Дрейнарен, не знаю, кто такой, Алекса убил 2-1, Ваня Зип-Зипера, Ваня Дрейнарен, Култи, Люцифер, в нижней части сетки, Hellraiser Кас, кстати, Кас у нас как вообще поживает, то он сыграл, интересно. Так, а что у нас Magic? Magic ничего пока, да? Я не знаю, будет он какую пару стримить? Так, рекламу пилю, давно не пилил, поэтому помните про отлоки, про поддержос. Hellraiser против касса начинается, и я тут что-то Magic в другую пару, видимо, пойдет. Не знаю, в какую.
Стрэндж неразим тоже пара ничего такая. Ну, ПВП хочется все-таки разные расы увидеть. Так. Тренер не после игр говорит, а тренер до игр говорит. Если я был тренером 3DB, я вскал бы. Ну, первый раз улын зашел. Первый раз улын зашел. Отлично, как бы. Это уже, на самом деле, фактически небольшая халява. Второй раз не зашел. Третья игра. Разведи его как? Покажи, что будешь просто дропать совак, опять же. Даже два овера. Эволюшн поставил два овера за морфи, допустим. Пусть он стенку делает, а сам СД рабочих зажми просто. Мани, это Майн Геймс элементарный. Когда ты так агрессивно играешь, тебе очень легко оппонента развести на эту тему. Так, про культи спрашиваете у культи, по этот. Бустится сталкер, ребят, у Hellraiser Cast, ребят. Я так понимаю, 0-0 здесь счеты, еще только первая карта. Так, там сетку-то это обновили или нет? Стрэндж неразим, да. Cast Hellraiser, да. Это четверть финала следующий у нас. Hellraiser Cast, неразим Стрэндж, культи Люцифер, Ваня Дрейнара. Вот такие вот у нас пары. 3DB, к сожалению, вылетает. Не знаю, смог бы ли он в нижней части сетки побиться. Cast Hellraiser, вот что печально, тоже вылетит кто-то из них. И неразим Стрэндж, кто-то из них тоже вылетит. Ну, блин, отборочных было, это уже четвертые отборочные. Все участвовали, все играли, правда, там европейцев тоже было разрешено. Ну, а что делать такое его? Что там скайп? Так. Я здесь, среди теней. Так, ну я думаю, полуфинала, учитывая, что мы с Женей вдвоем стримим, чтобы игроков не задерживать в субботу. Хотя они сильно не задержатся, можно полуфиналы постримить по одновременно, в принципе, как бы.
Так, ну что, указ, давайте по игре, ребята, а то по организационным вопросам спрашивают. Короче, Юра. Здесь у нас выход третий Nexus идет. В общем-то, Hellraiser сыграл надежно. Вот раз, то есть это не гейт в Twilight Blink, три гейта, потом робоколосса. Это билд такой воловского, я бы сказал, склада. То есть это гейт в робо, робо-бей в три гейта. То есть это быстрые колоссы с тремя гейтами. С одной стороны в лоб вот это с колоссами, все с филдами дерется прекрасно против мариков, там с медиваками начальных. Но с другой, крайне немобильная армия, если дропами будут разводить, могут развести. Блинк очень поздний, но зато грейды ранние, если каст даст время, а каст-то сам в третью цеху халявно играет. То есть, а время у Hellraiser появляется, поэтому. То есть, он сейчас раскачает третий Nexus, у него бусты будут с трех Nexus'ов. Можно бустить грейды, можно добавлять гейты. Вот пошел буст чарж, кстати, не блин, даже первым грейдом он делает. Ну, может быть, это и оправдано. Я бы на месте Hellraiser сейчас не колоссов уже бустил бы с чаржем. Вот что бустить надо. 1-1 надо бустить. Хотя, с другой стороны, видимо, Hellraiser боится какого-то тайминга выхода касса, и поэтому он бустит именно такие грейды ключевые в бою, потому что 1-1 они... Не факт, что успеют доделаться, как бы, да, там, к бою. Такие дела. Так, какие котики, Бобёрыч? Котики-наркотики? Или кто там что-то? Ребят, помните, в описании канала будут геймы, смотрите. И на Twitch я тоже добавил, на СК, давайте, я что-то не понял, как плеер ставить. Мне говорит, ссылка неправильная, хотя я вставляю ссылку на канал. Вот, YouTube сделал канал, стрим там идет. Уже многие просили, что там YouTube лучше, чем другие плееры работают. 14 человек даже смотрят там уже. Вот. Пока там ни настройки никакие не делал, там... Это улучшение пригодится твоим юнитам. Я вернулся, чтобы служить. Так, ну что, 103, 4, 41, 63, 68 по рабочим, ребят. У каста очень интересное здание подъехало, Гост Академия под названием, то есть он гастов собил. Чё себе у каста бил? Посмотрите, у каста бил. 6 танков, бил просто там какой-то 20 клона, медиваков 0, вот только первые два строятся на 8-2, на 8-30 где-то они выйдут сейчас, у каст дает. Зато гасты пошли уже, ну гасты я говорил уже, что хотелось посмотреть, как... Тиран с ранними гастами будет заходить, как бы, ну. Это тайминг какой-то выхода от каст, наверное. Ну, блин, гасты гастами, но 2-2 процесса в 1-1, это совсем нехорошо для тирана, конечно. Но это стандартный расклад сейчас, вот, что 2-2 к 1-1 делается. Бустится здесь, так, что бустится у Hellraiser? 2-2 не бустится, блинк делается, с блинком он и не спешит, там не бустит даже. 64 пробки, обратите внимание, но это... Вот этот билд, вот этот стиль. Вот. Этот стиль. Похож на стиль Хира, рут Хира, бывшего Сиджей Хира. Он недавно как... Ну как, он показывал нечто подобное. То есть 4 базы. Он с 3 баз даже показывал тайминг на 150-60 выхода. Там очень жесткий тайминг был. Но здесь стиль в плане того, что газов нет ни на третий, ни на четвертый, рабочих мало, 64 относительно для 4 баз. И нет никаких архонов, то есть это гейтовое мясо плюс, плюс колоссы, то есть сталкеры, зилки и т.д. и т.д. и т.д. Так, ребят, полуфиналы будут одновременно идти. Мы с Мэджиком разные просто постримим, чтобы игроков надолго не задерживать. Вот. А стадия самого турнира, естественно, финального ГГ года, там все будет застримлено по очереди, все там будет хорошо.
Просто сегодня. А, сегодня не суббота, сегодня воскресенье, тем более. Ну да, лучше как бы побыстрее все посмотреть. Пусть все отдыхают, как бы готовятся скоро выходные. Вот. Как-то так. Ну что, Hellraiser идет вперед. Пятый ник же. Что это за стиль-то такой? Газ не добавляется ни хрена. Хотя здесь есть все, в принципе. Газа так много, потому что архонов ни штормовичков, ни архонов не делается. С тираном юнитов важных очень. Вилки на муви просто в кассу пошли, отдались. Это был фейл. Зато сталкера колосса дерутся, XT экономика хорошая, у касса 2-2, но не тут-то было, здесь-то 3-3 у нас заезжает просто у Hellraiser. Зилки все новые и новые варпятся, что мешает архонов добавить? Хотя бы Даркшайн вообще. Так, а сколько время-то вообще у нас? 16:39, 17. Hellraiser прям в лоб поломился, либераторы падают, танки падают, био падает. Честно говоря, как-то выглядело все без шансов для касса, но вот как есть, так и есть. Так, на YouTube подписчики все идут. Hellraiser же на жизнь на стороне зарабатывает только Старкрафтом. Это не ко мне вопрос. Это к кассу и к Hellraiser вопрос. Очевидно, да? Вот. Ну что, Hellraiser 1-0, ребят, вторая карта, поехали.
Че, все на мыло будет приходить, как на YouTube подписываться, чуть не понимаю. Ничего-то уже тут наприходило, норм. Ну это лучше, чем ничего. Конечно же, чем спам. Потому что спасибо всем, кто подписывается, YouTube. Теперь буду всегда запускать, когда у нас получается стрим идет. Давно собирался сделать, не сделал. Сегодня полуфиналы параллельно будут и финал. Соответственно, Magic снизу, наверное, я вот верхнюю часть сетки буду стримить. Ну и поеду сегодня заморочусь, тогда, может, надо человека выцепить. Поговорить про шапку Деда Мороза. Так, ну что, буст пошел на блинк. Hellraiser в этот раз принципиально другой стиль играет, более стандартный. Ребят, вторая игра стандартный по, ну, по корейским меркам, наверное, ну и по всем PvP-шным. То есть это Pylon Gate, Gas, Nexus, кибернеточка, Twilight, блинк и плюс 3 гейта, потом после Twilight'а. Плюс 2, точнее, гейта в 3 гейта, и плюс 3, 4, где... Опа! Так это же блинк пуш самый натуральный, от Hellraiser идет. И ведь здесь не один гейт, а два аж делается. То есть это 2, и здесь 4, это 6 гейтов в ближайшей перспективе будет. Сейчас вот вар будет готов, здесь 2 сталкера уже есть, плюс еще 2 будет скоро. Точнее, 3 варпанет Hellraiser. Плюс так. Плюс еще скоро откроется еще 3 гейта, и 6 вар пойдет. На пилон заранее добавлять. Hellraiser добавил пилончик заранее. Одного сталкера оставил, 4 вперед пошли. До блинка остается всего ничего, там 30 секунд. Плюс с бустами это вообще смешное количество времени. Кас понял, что что-то неладное, проверяет. Кас. А где же бункера? Бункеров-то нету. Бункеров-то нету. Заходит Hellraiser, марики уходят в бок куда-то. Тим еще не готов. Это полная печаль для Кас. Вообще абсолютная печаль. Сейчас начнет падать с цеха уже. Hellraiser в крампе приходит. Есть рипер, возвращает к этому минус цеху. Но если Кас цеху потеряет, сразу же ГГ Кас на самом деле. Вынужден спуститься вниз, Кас, чтобы вычинить ЦЦНчик. Hellraiser зачем-то всеми блинкнулся. Зачем? А нет, с ними. Видит Hellraiser, что барак сбоку стоит. Ваня прошел финальную часть. Мне понравилось, как Ваня вчера играл где-то на турнире от рек команды, по-моему. Поэтому я рад только, что он прошел. Так, до варпа от Hellraiser еще идут. Кас пока жив, но вот я не уверен, что после этого до варпа Кас выживет. Во-первых, у него час прироста снизу, к нам будет, то есть сбривается. Минок нет, танков нет, бункеров нет. И здесь юнитов-то всего ничего, там один с мариков и мародер. Так, мародер падает, медиваки падают. Один нет, выжил один медивак. Мародер новенький выходит, сразу под раздачу попал. Хорошо, Кас медивак держит, что видно снизу отсюда. ГГ, ребята.
2-0, Hellraiser, что-то на изичек, что называется. Так, Ваня убил Дрейнарина, Ваня прошел финальный турнир ГГ года. Стрэндж 8 минут уже в игре. Так, надо Даше позвонить. Сейчас они уехали к бабушке в Машу, потому что приболела, в садик не пойдет до елки новогодней. Санчес 13 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, Батхерт случился в бича, на стриме у Помича. Так, Санчес, это я хз вообще про что-то, ты говоришь, если честно? Про кого-то. Спасибо всем за поддержку, ребят, большое. Спасибо. Ваня, ну да, молодой вроде бы и перспективный. Пока еще. Так, ВРСК Стрэндж Неразим у нас бьется, да, до сих пор? Да, бьется Стрэндж Неразим. Култи тоже, походу, играет с Люцифером до сих пор. Ну, Стрэндж Неразим меня интересует. Пара, конечно. Опять аккаунт, что ли, новый? Thank you.
О, куда играли? Стрэндж, кстати говоря. Так, ну что? Люцифер Култи 2.0 аж ушатал. Ничего себе, каскады молодцы. Люцифер Ваня, молодежь проходит у нас. Тиран Зерк еще один сюда проходит. Люцифер же тиран, насколько я помню. Култи убрал 2.0, ничего себе, молодец. Ну а я Стрэндж Хеллрейзер буду смотреть, а там Люцифер с Ваней. Кстати... У нас и финал точно не зеркальный будет, здесь ПВП, а там ТВЗ. Прикольно. Нет, Денис Майерков это Култи. Так, прыгаю в игру. Время на острим. Баил подписался на премиум. Спасибо, Балу. Тебе. Ё-моё, теперь везде надо, еще и YouTube отдельно надо переименовывать, черт побери. Ну, а что поделаешь? Название стрима, если хочешь поменять, придется менять. Ну все, Стрэндж Хеллрейзер не ждут вообще. Начинают сразу же игру свою. Так что если быстро матч кончится, может быть еще к Люциферу успеем мы попасть к Ване. Но не уверен, Вань тоже агрессивно любит играть, как и Люцифер ХЗ играет. Вот. Ну погнали, у нас нужно провести полностью, хоть уже понятно, 4 человека прошедших последней квалификации. Это Хеллрейзер, Стрэндж, Люцифер и Ваня. Вот, но нам нужно провести еще до финала, чтобы выяснить победителя, кто первое место возьмет. Так, ну, кстати, можно подвести итоги. Это два проца, тиран Зерк у нас, короче говоря. Так, тиранов, то есть... Тиранов 5 прошло, из 16 5 тиранов будет у нас, получается... Протасы. Раз. Раз, два, три. И два. Пять протасов и зергов, соответственно. А, так, сейчас скажу. Три. Пять. И шесть зергов, короче. Вообще баланс почти что даже, можно сказать. В плане присутствия расплей-оффа, то есть... По 5 и 6 зергов, короче. 5 просто, 5 тиранов, 6 зергов, нормально. Будем смотреть, финалы будет интересно. Я думаю, как обычно в этом году тоже. Так, ну пилон в гейт, соответственно, в 2 гейта, в PvP с мейна у Стрэнджа и у Хеллрейзера. Все в рампе в стеночку делается. То есть здесь будет ставиться здание для блокировки прохода.
А вот это, смотрите, какое палево. Но Hellraiser вспомнил, что пробка на мэне все-таки стоит, потому что таких пробок лучше не забывать вообще. Потому что она сныкалась, и может она там пилон запилить, какой-нибудь даркшайн сделает, а по ней дарков прям на мэн. Это вообще фейл будет, да, конечно. Проверяю Strange Proxy сталкерами. Двумя вообще все проверил. В отличие от Hellraiser, который предпочитает просто стоять в неведении. Но тут у Strange ничего агрессивного нет, поэтому все нормально будет у Hellraiser. На одну пробочку у Hellraiser больше. Вот сейчас прыгает до двух преимущества пробок и до два лимита он впереди в итоге. Вот. Так и при этом всем они играют билды одинаковые, то есть через два гейта в роба играют. Strange подбустит немножечко гейты, сейчас сможет варпать уже. Так, Hellraiser пробок перевел, это ошибка, надо сконтролить их назад, конечно, молодец, Hellraiser уконтролил. Надо цейм жать, да, так, чик, чтобы сдавали все. Все, сдал, более-менее нормально перевел. Ну, как-то Strange на две пробки отставал, а сейчас уже выровнял. То ли Никс пораньше, то ли ХЗ вообще. Так, ну что, 48-30 по рабочим. Так, Зергейм, больше человек прошло, на зеленку нерфить, играю мех, меня убивает Голгера свайпами, это вообще адекватно. Тебя любой билд убьет, как бы, ты баланс это... Соответственно, возможность равной борьбы на самом высоком уровне игры. То есть корейцев можно для баланса брать, и то не всегда, допустим, определение. Вот, а для драгметаллов там лик, это, ну, баланс не делается. Он. Это нужно понять просто уже наконец-то многим экспертам. Так, пробочку Stranger Hellraiser подрезал. Так, что за хрень тут происходит? Опа, Яндекс, походу, это ты там, да, наверное, балуешься. Спасибо тебе. А, Никтус секунд на 15 прочтет. Понятно, почему у Стрэндж такая ситуация была. Плюс еще 2 гейта, 8 гейтов, между прочим, у Стрэнджа будет. У Hellraiser уже лезть блинка, у Стрэнджа чаш. У Hellraiser, кстати, делают самое интересное, дестабилизатори. И удастся ли Стрэнджу пробить здесь, у меня еще сомнения небольшие возникают. У него, конечно, архоны здесь будут. Ну, что-то маловато иммортлов вообще. Я уже все это посчитал, Юр, спасибо за... информацию вроде как пока считать еще полностью не разучился. Вот. Ну
Ну, очень долго Стрэндж выходит. На чаже здесь разводос идет наглый вообще. Просто наглый развод на чаже. Но вот Стрэндж не спешит улынить. Стрэндж еще третий нету, кстати, ставит сейчас. Вот еще один иммортал вышел сейчас. Вот он баланс. Вот не согласны многие эксперты, что это баланс. Например, не баланс, это то, что зеленка кого-то убивает. Например, зерговская. Спасибо тебе, Яндекс, за благодарность. Ты б сразу про нее сказал, я бы все квали стрелил тогда, а не всякие турниры там. Ну да ладно, на самом деле, все норм. Все будет норм, я думаю. Короче, Стрэндж приходит с архонами, ребят. Здесь дестабилизаторы, но 4 архона и КД. В КД дестабилизаторов сейчас залпы. Поэтому аккуратнее быть. Опа, что происходит? Телепортируется Хеллрейзер, он что сотворил-то? Это случайный телепорт был или что это такое было? Что произошло? Я не понимаю до сих пор, что произошло. Сейчас почему сюда телепортнуло сталкеров? Просто несколько и развалились вообще в хлам они. Естественно, они развалились. Как же дестабилизаторы больно бомбят. Падают они, правда, по чуть-чуть. Но еще есть новенькие у Hellraiser, там дестабилиски. И... Стрэнджу надо хоть третий Нексус забрать. У самого-то есть, потому что третий не заберет, тут точно ловить нечего. Так, полетели у нас два Иммортала со стороны... Ну, размен, кстати, как вариант вообще. Опа, хороший давар сбоку. Смотрите, Стрэнджку! Круто нападает с разных сторон. Конечно, ну, призму нельзя слить. Стрэндж, что ты творишь? Призма прям наглую и летит наверх тут юнитов Хеллрейзера. Неплохо, казалось бы, Стрэндж поначалу начал драться, но дальше-то как-то надо идти вперед, убивать дестабилизаторов, чтобы они, если и заряжали, то есть они его не секунду сейчас заряжают, и надо его фокусить стараться. Все, дестабилизатор падает, последний, по-моему. ГГ Hellraiser пишет, мучил Стрэндж, замучил все-таки Hellraiser. А вспомните, какой матч был против 3DB, ведь Стрэндж вообще мог сейчас уже отдыхать идти. Агрессивный, чё агрессивный? Потому что объяснил человек, что баланс не для драк металлов делается, или почему агрессивный-то? Так. Джеди Мастер Тиран, ты вообще в какой лиге ты находишься вообще? Зачем ты мне это все пишешь, я не понимаю. Типа ты хочешь, ну что, чтобы все поняли по твоим много букв, что ты главный эксперт или что вообще? В чем вопрос-то заключается, не понимаю.
Ну что, кстати, играет там у нас Magic-то, Женя уже стримит второй полуфинал. Ребят, сообщайте, как в полуфинале втором дела обстоят, потому что я информации никакой не имею. У нас карта номер 2 начинается, поехали. Что-то сегодня не озвучивается, поддержался, я не понимаю. Нормально. Санчес13 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, по маленькой ниточке с миру, задонати стримеру. Спасибо, Санчес, ты так всех по скиллу всех байтишь просто на поддержос. И даже получается Витька вчера разбайтить. Здорово, Old School, кстати. Ты просил YouTube. Он есть, их есть у меня теперь. Даже тебе лично продублирую, потому что я помню, ты больше всех просил, что у тебя на телеке там что-то не выходит, не вылазит, ГГ-плеер там и т.д. Попробуй, протести, расскажешь, как там дела. Вот теперь буду стараться врубать его все время. Strange 1-0 против Hellraiser. Спасибо всем за поддержку еще. Да не за что, давно надо было его сделать. Ну, как я и говорил, уже проблема только одна, что, ну, рестримы, конечно же, на буржуйские плееры не смогут идти в любом раскладе, в любом случае. Это печально, но факт. Ребят, Стрэндж против Хеллрейзера по игре давайте. Карта номер 2. Стрэндж победил в первой карте против дестабилизаторов. Очень интересно, он позиции занимал, с разных сторон атаковал, чтобы дестабилизаторов минимизировать эффективность. Ну и, конечно же, то, что они теперь секунду целую заряжают свой выстрел, это очень сильно их опустило. Особенно по блинк-сталкерам и каким-то быстрым юнитам ими вообще сейчас невозможно, я думаю, попасть будет. Против призмы тоже. Вот раньше просто если вплотную юниты стояли, дестабилизатор, пиз, сразу взорвались, как бы. А теперь он пыжится, и есть время отойти, даже рабочих есть время отвести несколько эффективнее. Ну что же, два адепта бустит Hellraiser. Stargate он ставит, кстати, вот он, прокси Stargate прямо на Ксилнаги. Стрэндж, кстати, ведь видел, что есть второй пилон, но он не видел, есть ли здание еще. Очуметь, Стрэндж едет прямо сюда, в этом направлении. Так, тебе личное пришло от меня? Какое личное? Куда пришло? Чуть не понял. Я тебе просто сейчас написал в чате. Я тебе и написал лично, что ты спрашивал больше всех. Вот я тебе даю ссылку. Ай-яй-яй, Hellraiser. Один адепт зайдет, один не зайдет. Но хоть один не зашел. Будка поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Опять забайтил проклятый Санчес. Спасибо, Витька. Спасибо всем, ребят. Так. Ну, отбивается Стрэндж, ну пробок-то потерял. Сколько? Две пробки с Сентрю. Сентрю, наверное, даже неприятнее, чем две пробки было, потому что у нее... Она уже была не новая, а несколько пожившая, то есть у нее 100 энергии уже практически было, а это значит, что она могла бы сейчас нормально бы помочь бы Стрэнджу, но... Нет ее в итоге, вы видите, Сентри это, и она погибла. Тут Оракул прилетает, здесь у Стрэндж все прикрыто от Оракула. Делает сейватарик, только одну пробку получил избрить. Ну, это еще одна пробочка в копилочке потерь. С другой стороны, 5 рабочих уже разница, между прочим, Стрэндж с Хеллрейзером. При этом всем Стрэндж строит поздний Старгейт, то я не понимаю логики вот этого Старгейта позднего, когда здесь... Он хочет сбить именно Оракула, похоже. А видел вообще Хеллрейзер Старгейт? Нет, он не видел. Стрэндж хитрый устает. В принципе, если да, если Hellraiser ничего не подстроит, Стрэнджу одного Феникса может построить и два Оракула убить. Но у Hellraiser это уже свич там идет, получается, в этих... В Twilight и Blink, или во что-то еще.
Так, оракул рядом со вторых, три сталкера двух оракулов очень не быстро сбреют, а батарейки здесь нет, а батарейка еще не помогает от двух оракулов, потому что они залпа пробок убивают. Да, ребят, еще несколько пробок потеряно, всего суммарно 6 пробок убил Hellraiser за эту игру. Кстати, не такое уж большое количество, что тут, Феникс? Да, Феникс построился, но одного достаточно, но нужно за оракулами зацепиться сейчас как-то. На мэне, кстати, сталкера так расплечены, не опасно, я бы сказал, расплечены. Вот оракулы залетают, Стрэндж видит, что на мэне они. А я уже говорил, что батарейка от двух оракулов не поможет. Вот от одного она помогает. Все, этого пацана тоже надо перехватить, точнее, это девушка оракул, насколько я помню. Все, оракул минус, увидел Hellraiser Феникса, ну а что? Ну, увидел Феникса и понимает правильность выхода в блинк. Своего выбора вот этого понимает правильность. Спасибо, Джеди Мастер Тиран, смотришь? Мехак в лиге бил аккаунт Тир 1 Даймондов. Монитор затрясся просто от скилухи твоей. Пацаны, у вас тоже землетрясение началось? Вот. Или нет? Не знаю. Наверное, только у меня стол затрясся. На самом деле, шутки, надеюсь, не обидные такие шутки. Вот, но я уже нечего добавить. Как бы баланс не делается под... Тир 1 Даймонда под мастер-лигу, как бы баланс делается вообще в принципе, как бы. И его можно понять только, когда ты видишь лучших из лучших на данный момент. Причем, если у них есть ошибки, значит им что-то можно поменять при этом всем. Санчес 13 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: если смотришь стримы на Холиву, в Близзард настрочим маляву. Близзард, можно без Близзарда, мне уже с буржуями тоже устал бодаться. Так, я про Гоф ОСК ни хрена и не понял. Сегодня после стрима еще черкану в скайп там челу. В общем, так мне и не ответили вопрос. Они там меня все время забанили, как вообще. И по какому принципу там. В принципе, я даже сильно не запарился. Хотя, на самом деле, плохо, конечно, что нас турнира забанили, даже его нельзя стримить теперь, но... С другой стороны, можно не парить, и ем просто стримить будет, как бы. Плюс вместо этого пилить какие-то другие турниры, видимо, не знаю, посмотрим. Ну или стримить при необходимости. Вот, все вы помните эту вчерашнюю историю, или позавчерашнюю, я уже подзабыл. Спасибо, Санчес, спасибо всем. Так, 74.82 у нас лимиты, ребят. Все, я отвлекся на чатик, смотрю, что вы там пишете. Плюс 2 Стрэндж, плюс 2 Hellraiser. В этот раз как-то у Hellraiser все раньше, при этом все у него Никсус. 59.42 по рабочим. Вот. Ну и, соответственно, начально эти оракулы окупились и вообще вся вот эта агрессия. Не знаю, как-то блинк перспективнее значительно выглядит сейчас вот в нормальном исполнении, я так смотрю. Плюс Старгейт Стрэнджа, ну вот. Получается, Стрэндж построил Старгейт и Феникса только чтобы сбить оракула одного. То есть нужно ли это вообще было делать? Не уверен я. Здесь гиты добавляются. Здоров, Локдогач. Здорово всем. Спасибо всем, кстати, кто про Fallout вчера меня проинструктировал по этим дополнениям. За что на Гоф ОСК? За типа, что ем не стримил. Но оказалось, что
есть какая-то конфа, где там всех предупреждали, ну, кто стримить его собирался. А меня из, ну, в этой конфе кикнули. Я говорю, так меня нет в конфе, меня кикнули. Чел такой подумал, отписал, ну... Блин, типа, если бы тебе можно было, ты сам бы первый спросил, ну, там, короче, съехал. Я в итоге спросил, ну, типа, кто это решение принимал, и это, типа, ну, на все время или нет. Но мне пока ничего не ответили, я еще ему напишу сейчас попозже. Пусть понапрягается, почитает скайп в Рождество, ё-моё. Стрэндж идет вперед, но, ребят, 158 на 102, здесь все очевидно, здесь одни зилы, это, по-моему, все равно. На здесь этих быков столько. Сколько их здесь есть-то? 8 плюс 2, 4, 32 зилка. Куда вообще? Что? Стрэндж на мейн заходит. Но на мейне это Стрэндж может и разберет. Может, что вот с этими делать людьми вообще? Ё-мо, не очень вовремя. Телепорт. Ну, кстати, почти все телепортнулись. Хеллрейзер сам ТП на мейн делает. А не, на вторую на мейн энергии не хватило. Но это Стрэндж абсолютный плюс. Конечно, здесь подрался. Это... 100%. Плюс у него грейд плюс 3 сохранился в продакшене у Hellraiser. Нет, по рабочим сравнялись, но боевого-то на 40 Стрэндж до сих пор проседает. Че там касса обидели? Касс что, обиделся, что ли? Ну это Юра сетку делал, как бы, ну, на самом деле я тоже хз, просто сетка рандомная, как бы, потому что на четвертых отборочных еще кого-то сеять, ну это перебор, мне кажется. Ну, касса, там верхняя часть сетки, да, вот, которую я сейчас смотрю, Hellraiser Strange, она получилась, как бы, посильнее, чем нижняя. Приходит Hellraiser, ребят. Похоже, что 1-1 счет становится. Хотя Стрэндж пытается отбиться. Архоны бьются, как львы против зилотов. Зилоты практически все испарились, но часть осталась, а архоны-то все целенькие сзади. И смотрите, блин. Чудеса, да и только. Стрэндж здесь отбивается. Правда, у Hellraiser опять 57 рабочих. Как же, ну, у него три Нексуса моментально их восстанавливает. Что делать-то тут? У Стрэнджа плюс 3, зачем, я не понимаю, Стрэнджа Глефа вообще на этой стадии. Делай зилков, архонов, все, имморталов, ничего больше не надо вообще. Нафига эти Глефы? Куда адептов? Все, на адептов собирается? Или это чисто для Хараса Глефа, не знаю. Просто, ну, этот юнит, да, получается, не оправдывает себя на этой стадии. Зилки с архонами их затопчут, а он дороже зилка еще стоит, как бы, то есть... В итоге архонов меньше по газу получится. Очередные довар под Hellraiser идут. У Стрэндж я что-то вообще ничего не наблюдаю. Ну, Стрэндж тут и моб строит самых таких жирных юнитов получается. 48-67 по лимиту. 20 плюс лимита у Hellraiser. Конечно, он здесь в плюсе. Так, адепта еще Стрэндж варит. Вот первого адепта я увидел сейчас. Реально первый адепт. Так, батарейка только родилась, сразу все почти энергию потратила, почти 80 энергии, потому что архонов пару без полей было. Так, идет Hellraiser вперед, Стрэндж решил уже подраться с Hellraiser'ом. Так, архонов контролит на призму, слушайте, Стрэндж эффективно дерется, уже 15 лимита разница. А надо лезть вообще далеко так, Стрэндж? Мне кажется, что не надо нафиг ему лезть туда было. Архоны начинают теряться. Сейчас критический урон по ХП пройдет Стрэнджа юнитом, и они не смогут... О, здесь дарки еще. Кстати говоря, у Стрэнджа обсервера не было в бою некоторое время. В итоге дарки зарешил. Кстати... Мне кажется, если бы обсервер там прям сразу в бою был, нормально все было бы с против дарков. Стрэндж лучше бы подрался. Спасибо, пацаны, кто на YouTube подписывается. Ну, когда будет возможность, я его всегда теперь буду врубать. Спасибо всем, кто поддерживал, естественно. Меня сегодня Санчес Витек. Спасибо, пацаны. Какая адаптация? Это другого стадия. Нет, несколько другой стадии это происходящее.
Захожу в третью игру Magic. Magic. Где у нас Magic? А, 23 минуты. Что там бой идет? 23 минуты уже. 23 минуты они там бьются, блин. Жесть просто какая-то. Так, я собирался позвонить. Сейчас позвоню, уже не узнаю, как доехали они до бабушки. У нас ветер сегодня, жесть, просто такой жесткий. Меня даже с ног сносило почти. Ну, не то, что с ног, но прям давно такого не было. Отчет пошел, пока никто трубку не берет, потом разберусь сейчас с этим моментом. Ребят, завтра марафон на Good Game, это начинает странное вообще. Дроп был на майн, но я не обратил внимания на этот дроп, потому что Hellraiser и влог там пробивал. Ему изначально надо было это сделать, он тогда быстрее бы значительно выиграл бы. Вот. Не знаю, буду я в этом марафоне на ГГ участвовать или нет, сегодня посмотрим. Вообще, как бы, да, с Вич поговорить. Надо бороду запилить Деда Морозовскую. Где-то подрезать ее. Рекламку шпилю. Нет, 23 минуты это не так уж много для StarCraft. Просто сейчас в Лотве как бы Лотв стал вообще сверхразнообразным. В первом вот StarCraft там не, ну, редко прям очень быстро все кончалось. Хотя что-то нечто похожее вот на то, что сейчас происходит. Просто там средняя игра была, ну там минут 12-15, как бы их большая часть была таких средних игр на хорошем уровне. Здесь же могут быть игры в любом матчапе как 5 минут и даже 4 там каких-нибудь чизы. А могут быть и 40, в принципе. А там прямо нефтеран с ядерными бомбами против зерга. Ну это вообще надолго может быть на самом деле. Да не марафон, новогодний год такой. Марафончик гудгеймовский, да. Там, типа, с новогодней тематикой какой-то, я пока так и не понял, в чем там суть. Наверное, надо поучаствовать. Сейчас же много стримов будет до конца года. ГГ года будет финальная часть. Еще какие-то там турниры наверняка будут. Так, ну вот здесь у Стрэнджа уже, ребята, агрессия пошла. Как вы... А, это Hellraiser синий... А нет, Стрэндж красный, погодите. Я что-то спутал здесь, ребят. Hellraiser синий, Стрэндж красный. Hellraiser прям рядом здесь ходил и не смог увидеть Старгейт. Буквально, смотрите,
Вот вообще жесть, конечно. Он прям юнитом мог миллиметр справа шагнуть и увидеть Старгейт, например. У Хеллрейзера при этом блинк заказан. А, и тоже, кстати говоря, ребят, это явный блинк под пупш. Ну, Стрэндж Оракул готов, он вперед летит, но я боюсь, что он ничего здесь не сделает, потому что здесь 4 сталкера есть. Решил Ревелейшн Стрэндж кинуть, и что он увидел? Твайлайт не увидел, по крайней мере, Стрэндж, это факт. Видеть, что Никсуса нет. Стрэнджу нужно робо позарез просто в этой игре, иначе он проиграть рискует. Я бы на его месте где-нибудь стазисную ловушку попытался бы поставить. Часть сталкеров может заблокировать. Хеллрейзер делает Нексус. Ну и блинк уже прям очень-очень скоро будет готов. Здесь, среди теней. Чисти АД взорвался за секунду здесь, хеллрейзеровский буквально. Оракул летает, все еще харасит. Смотрите, хеллрейзер ставил Нексус, в итоге так что-то его и не видно. Стрэндж тоже, короче, оба без баса, оба в базовом каким-то стилем играют. Причем у Стрэнджа тоже делается блинк в ответку, и есть робо и Моркла. То есть сейчас почти одинаковая у нас ситуация, но у Стрэнджа, учитывая, что у Нексуса нет, такое ощущение, ориентир на какое-то давление будет. А у Хеллрейзера я хз, не знаю, что-то мне ссылку скидываешь. Ссылку-то я видел. Хеллрейзер пришел, пилон Стрэнджу выпилил. Пошел бой. Слушайте, ну, Стрэндж то ли не хочет показывать, что у него блинк сейчас, то ли что вообще происходит, я не знаю. Хеллрейзер уходит в тыл, он хочет найти, где же Старгейт. Старгейт он найдет, не знаю, почему Стрэндж не хочет сделать призму. Ну, у Хеллрейзера при этом все, Иммортал строится, Некс уже готов. Но боевой лимит равный вообще. Сейчас, кстати, Хеллрейзер найдет Старгейт, и Стрэнджу реально подловить Хеллрейзера на выбивание этого Старгейта, или бы же вперед просто пройти сейчас. Кстати, он и пилон это найдет. Стрэндж сейчас вот не понимает, что Хеллрейзер может просто мимо проходя найти этот гейт, что ли, я чуть не вкуриваю, если честно. А ведь Хеллрейзер может мимо проходя найти этот гейт просто-напросто. Телепортнул Хеллрейзер на мейн с покеровкой. Сталкерами убил Иммортала Стрэндж, заблочил рампу. О, ребята, у Хеллрейзера просто гигантские проблемы. Стрэндж четко здесь распорядился своей сентрёй, филд запилил вниз на рампу. Здесь батареек никаких у Хеллрейзера нет. Кстати говоря, снизу, вот он сверхагрессивный блинк не сделает, выпиливает Иммортала. Вот это было, кстати, от Стрэнджа криво. Хорошо Хеллрейзер момент словил, очень хорошо, ребят. Выпилил Иммортала Стрэнджу, две штучки выпилил. Сам своего добавил и сталкеров больше. В итоге Стрэндж вынужден отступить, у Хеллрейзера призма только-только возвращается. А, у Хеллрейзера еще и гейта 4, блин, есть, оказывается. У Стрэнджа тоже, кстати, 4 гейта.
Ну вот это Астрель уже опасным действием. Ему туда имеется в наличии здесь, но пытается Стрэндж уйти. 50-36 по лимиту. Пока еще кажется, какие-то шансы есть, но что-то маловато здесь блокировка слишком, по-моему, у Стрэнджа. Сейчас еще один вот этот минус будет. Точно, потому что Хеллрейзера блинка закадешится пораньше. И призма у него есть. 40-55. Нет, ребят, победа Хеллрейзера стопроцентная. Полечил Стрэндж пилон. И Мортла добавил одного. У Хеллрейзера Нексус, наверное, надо впилить. Я не знаю, что ему здесь делать. Стрэндж отобьется, каким бы чудом это ни произошло. У него есть шансы на победу, на самом деле. Лобки поехали отражать агрессию Хеллрейзеров. Сталкеров Стрэндж чуть-то не блинкает. Где блинки-то? Вот, назад пошли блинки. 32-45 по рабочим. А и Стрэндж пытался обсервера Хеллрейзеру подрезать. Хеллрейзер подловил его на этом. А вот если бы Стрэнджа еще один выстрел пролетел, Сталкера, Хеллрейзер сразу же бы не смог блинкануться на ХГ. Это могло бы стоить не игры, конечно, но Стрэндж бы были бы шансы дальше продолжать в этой игре что-то пытаться сделать, потому что у него все равно все плохо было, лимита меньше боевого, но не получилось подловить, ребят. Так, они только начали, что ли? Ё-мо, я пока здесь туканю, ё-мо, только что началась игра. Прикол, блин. Вторая, походу, во втором матче. Сейчас я Мэджика открою, потом посмотрим. Рестрим получается. Без понятия, кто там победил, если честно. Здоров всем еще раз, ребят. Ждем финала. Ну, еще пока не определен второй финалист. Вот сейчас там начнется у Мэджика игра, я ее посмотрю. С вами не успел я в игру прыгнуть, если честно. А мог успеть.
Так, Никс, это не ко мне вопрос. Вы уж там сами решайте, что у вас, что к чему там. Ну а вы помните про что, отблоки надо отключать, ну и поддерживайте меня и мой канал по возможности, по реквизиту писания через плеер. Magic стримит. Люцифера Ваню, Люцифера, оказывается, ведет 1-0 уже. То есть тут третья еще карта получается, может быть. Ну, что говорить-то? Если будет, надо пытаться туда ворваться, но учитывая задержку Мэджика, надо, блин, иногда проверять, получается, да, заходить туда. Так, что-то там пацаны общаются еще все время. Марики с Мариовера выпилили. Я пока проверил сетку и проверил, нет ли сегодня что-то еще, но сегодня ничего больше нет. Как вы можете прекрасно понимать. Вообще тут только Бейстрейт на Team Liquid, только через 2 дня Бейстрейт ТВ Старлига 27-го. Все, больше нихера нет вообще, как бы, из происходящего. Понятно, это дело будет, если рестримить будут только на ГГ-плеер, буду рестримить, но это еще будет не скоро. Завтра вообще тоже непонятно, что к чему. Может, завтра что-то будет. Какое, кстати, завтра число? Сегодня 24-е, а там 27-е. Еще это... Это вообще не скоро еще будет все дело. Ну, будем FPN-чик стримить. Может быть, Fallout побегаю там for fun на хардкоре. Попробую поиграть. Потому что я собирался вчера, спасибо экспертам Fallout, что все мне расписали. Купил это дополнение все эти. Левела дали там и т.д. и т.д. Так, читаю там всякие новости про эти стримы. Так, Скупи, говоришь?
Так, ребят, колбатики тут проехали. Юра мне организационные вопросы спрашивает. Я думаю, что про то, как формировать сетку в финалах-то мы еще обсудим. Надо взять просто, как обычно это делается. И... Так, Рождество. Понятно, что Рождество. Я об этом уже говорил. Беркутс. Я выше Киану Ривза на 2 сантиметра. Чё это даёт? GTI, чё за картинка-то? Кстати, еще красный нос надо Деду Морозу, помните об этом. А красный нос как можно получить, как бы? Чтоб тебе его кто-нибудь одел с прямого или бокового, когда выпил синевы, либо когда на холоде был, либо загримироваться. Первые два варианта не очень подходят. Третий тоже так себе. Вот. Поэтому, видимо, четвертый. Так, Банши, Хелбата, Циклона. Здесь кто-то прессинг идет уже. Четвертую собирается тут отменять. Отменяет четвертую, между прочим. Люцифер. Кстати, он все время в мех. Смотрите, с Ревеном прямо вычищает. Тут Крип. Так, ребят, обсуждаю еще раз там я по поводу сетки, потому что Юра предлагает делать как? Ну, в принципе, что скрывать? Предлагает делать, чтобы первое место первой квалификации на четвертое место четвертой, например, попадало, и там, ну, и так далее. Так, что-то тут атака идет, не слабая со стороны Зерга. Ну, Тиран держится, танки есть, викингов, кстати, много. Торы бомбят не слабо. Есть две банши. Отбивается, по-моему, Люцифер здесь. Thank you.
Вот. Ну, как бы, с одной стороны, Евросистема, ну, нормальная, потому что просто нелогично, почему первая квалификация на четвертую должна попадать именно первая на четвертое место. Но если рандомно первые на четвертые места расставлять и вторые на третье рандомно расставлять, то тогда может первое место с первой квалификации попасть на первое место с первой, на четвертое место с первой. Как бы вот в чем прикол. Так, 151, 154, здесь лимиты. У Тирана уже третья атака подъезжает. Юнитов не вычинивает. Люцифер, это очень-очень зря, что он их не вычинивает. А, ну у него есть Рейвен, кстати, с этой авточинилкой. Тоже хороший момент. Кстати, на четвертая база орбиталка у Люцифера его дает. Зато по центру юнитами гоняет и проморгал вообще весь рыв. Дроп на мейн заходит, Ваня рабочих отводит. Молодец, успевает. Среагировал. На центре там два танка, что ли, или один танк плюс тур вообще. Ба, у Люцифера до хрена лимита, где его вообще армия? У него ни хрена нет здесь просто. Какие-то один тур, один танк. Ходят и викинги сверху, там роучи просто сметут все по земле. Тут надо значительно больше танков и... Что-то там помогать ими чем-то, я не знаю. На 200 в конце концов уже накопить. Там какие-то два гидродена запиливаются. Дроны постоянно горят, ездят. Здесь жгет Люцифер. Все, пошла опять атака. Тиран вперед, зерг тирану. И, кстати говоря, тиран зерга словил, так что раньше пришел в размен. Да вообще катастрофа. Потому что сейчас выйдут танки, и можно просто здесь оборону какую-то выстроить, и все. А в это время спокойно идти в размен против зерга. У зерга мясная там, в общем-то, армия это абсолютно. Так, дефенс дронов, не дефенс дронов, не поставил никаких там этих полезных кастов либератором у нас. Люцифер, здесь две банши. А, здесь у Вани даже по воздуху ничего не бьет, ребят. Там банши две только смогут отбиться. Ну, здесь ГГ, в общем-то, зергу. Ну, два танка сиджить в таких ситуациях вместе, это вообще провал полный. Короче, медленно, но верно, банши здесь все снесут, это факт. А там тирана не остановить, нечем зергу вообще. Так, ждем ГГ, а не секунд, что называется. И финала ждем. Хеллрейзер, Люцифер, все там уже собираются черкать карты. Ладно, досмотрим, то, что здесь происходит. Даже баншу сбил фаерболами, не законтролил, конечно, Люцифер, но... Он убивает, идет уже здесь Ваню. Ну, Ваня молодец, прошел финальную стадию, и это уже круто. Это уже круто. Все, ребят, закрываю Мэджика канал. Кстати, Яндж вытеснил всех, получается, отсюда. Места много не занимало.
Так, пошел инвайт от Хеллрейзера. Ну что, ребят, финал начинается. Hellraiser против Люцифера. Кто-то, кто победит, заберет три... А нет, у нас на два места делятся, вру. То есть, уже и Люцифер, и Hellraiser что-то получат. Это финал, это было 5. Поехали, ребят, будет интересно. Ну и на сегодня последний матч, который будет вообще здесь трансляция. Отдохните в конец воскресенья. Завтра посмотрим, что там будет. Марафон. Завтра что-то начну я стримить. Наверное, не знаю. Сегодня надо мне еще заморочиться, узнать, где Деда Морозовские шапки какие-нибудь продают. Слушай, я вообще собирался участвовать в марафоне в этом. Как бы. Значит, буду участвовать. Вот. Ну, наверное, может, постримим Fallout немножечко вместе со Старкрафтом на марафоне. Не знаю. Вот. Но приоритет, конечно, StarCraft будет турниром. The Fallout, наверное, много людей смотреть-то не будет. Скорее всего, Hellraiser, Люцифер, финал был 5, я уже все сказал. Санчес 13 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: помич, походу денег нету народа. Спасибо, Санчес. Да как нет, ё-моё, там все сныкано, в Новый год же скоро, женам, детям, всем подарки надо дарить. И правильно. Кто-то овнит твои зонды. На твои зонды напали. Следи за ними. Так, поэтому всем спасибо, ребят, еще перед Новым годом тоже стримы будут, и в январе стримы будут, и ГГ года финалы тут, и там Варди турнир, и ОСС Мастерс еще вроде как, а нет, ОСС Мастерс кончился, и Варди турнир кончился, нет, теперь только там рестримы, наверное, в игре больше, от буржуев ничего не будет, скорее всего, уже после Нового года все сезоны начнутся, то есть фактически из игры теперь ГГ года только. Ну, плюс была идея сделать аналог Царя Горы, вот как у Бэйстрейд, как у Total Biscuit, для СНГ, когда Буадины там за каждую карту какой-то приз, и там, допустим, 7, 8, 10, я не знаю, сколько игроков бы участвовало. Я хотел с Мэджиком даже, может, вместе покомментить, не знаю, застримить, может быть, ну, или одновременно стримить, но вроде как он 31-го уезжает, так что, не знаю... Посмотрим, может, после Нового года, может быть, как-то своими силами 31-го провести это дело. Но вообще идея прикольная, мне кажется. Можно запилиться. Нужно организовывать все это дело. Нужно организовывать все это дело и смотреть, что там кто и как.
Так, ну через робот, через три гейта робо игра... А, нет, вру. Ребят, это гейт в Twilight Blink и робо после уже Twilight, после Блинка. В общем-то, три гейта Блинк абсолютно стандартнейший, я бы сказал, билд сейчас от Hellraiser. Так, практически все тираны сейчас играют. Смотрите, два циклона вперед едут. Надо аккуратнее быть Hellraiser. Циклоны пробьют эту батарейку стопудово. У них ДПС намного... Хотя как у них ДПС? У него ДПС 50 урона по полям сталкера, а батарейка 50 лечит у одного. То есть сотка от двоих. И, короче говоря, это быстрее, чем батарейка лечит. 5 сталкеров у Hellraiser есть. Делается Обсервер, делается третий Nexus. Что же делает у нас Люцифер? Люцифер... Опа, интересный билд какой-то у Люцифера. У Люцифера два барака с фактой, то есть строятся танки, есть медивак, есть танчик здесь, циклоны выжили, уехали назад. Очень похоже на какой-то пуш. На этой карте пуши еще и в предыдущих версиях были актуальны, то есть тиран приходит вот сюда, сиджится, блочит, как бы его отсюда не прогнать просто. Наверное, что-то такое с Люцифера делает, но два барака явно недостаточно для такого пуша, а еще плюс три добавлять. Так, Сливон мне, Сливка, пишет, говорит, а чё за квали-то? Я говорю, гэ, года ты чё не видел? Мог бы и пройти, в принципе, попытаться, как мне кажется, ну и вполне возможно, что прошел бы Артёма. Но он, походу, не видел, на работу вставать, наверное, Good Game не заходит, поэтому... Ну, извините, блин, я тоже не знал, что хочет он, поэтому я хоть и не личный там сообщатель, как бы, да, но мог бы сообщить. Ну, если бы я знал вообще, что есть желание... Ребят, все, не отвлекаюсь. Третий Nexus у Hellraiser 52-46 по рабочим. У нас у Люцифера на 20-ку всего больше. 51-33 в данный момент. До этого там 20 с чем-то на 40 с чем-то было. Ну и 20. Ну, танков уже достаточно много. Сколько танков? 4. Да, 4 танка, 5 строится. Steam почти готов, щиты почти готовы. Hellraiser понимает, куда пуш будет нацелен. И камни выбивают с этой стороны. Надо выходить вниз, тут есть циклон, надо только циклона контролить, медиваки надо контролить, все здесь надо контролить. Задемеджили сталкеры, пуш сильно идет вперед, 3 КСМ-ки Люцифер с собой берет, рыбачок поехал, конечно же. А как еще здесь без КСМ-ок, надо вычинивать циклонов, надо вычинивать танки. Вот минус циклон. Ну ладно, циклон это не ключевой здесь юнит совсем. Но нужно дождаться обязательно щитов и... Так, надо сиджить танки, Люцифер, что ты делаешь? Как поздно танки засиджились! Какой провал вообще? Слишком поздно танки сиджатся. Это ГГ, это 1-0, похоже, Hellraiser. Если ты играешь пуш, то одна и единственная атака должна быть успешной, ребята. А здесь атака получилась провальная, потому что все под обсервером происходило. И Hellraiser понимал позицию Люцифера. Он понимал, что уже танки он не успевает засиджить просто. Вот и все. А Люцифер видел, просканил, видел, что на него идут. Сразу танки засиджи. И постой там некоторое время, по чуть-чуть, чик-чик-чик, вперед перераскладываешь, и все. Не успеет там протос там накопиться. Ему минимум 2 варпа надо, как бы, чтобы лимит перевысить. Так, прыгаю в игру.
Так, рекламу 40 минут не пилил, пилю рекламу, поэтому помните про адлоки и про падежос. Поехали, ребят, дальше. Было что-то людей больше, куда-то подрассосались. Финал, что ли, неинтересный, считаете? Здоров, Бруклин. Сетку, кстати, в ближайшие дни сделаем, ребят, на данный турнир. Опа, что это я нажал? Hellraiser против Люцифера у нас. Карта номер 2, карта Катализатор называется. Времени у нас сколько? 18:07. Время. Запись вчерашнего стрима. А что вчера за стрим-то был? А, турнир, я понял. Турнир отреп команды. Сейчас выложу его я тогда на YouTube, ой, этот, на контакт-группу. Блять, я разлогинился. Ребят, на Ютубе она уже точно есть, короче. Вот минус, блин, сделал канал Ютуба, заливал-то все на YouTube Good Game'овский, разлогинился, теперь придется заново логиниться вообще. Ладно, сейчас за... Ребят, ВКонтакт выложу вчерашнюю запись, короче, ВКонтакт, смотрите. Я, ну, не хочу сейчас колупаться просто во время игры, потому что мне надо перелогиниваться на YouTube Гудгеймовский, она там выложена вообще. Это Люцифер, это наш игрок молодой, российский игрок, тиран. Отношения каким-то там не имеет он никому. Бустит Hellraiser рабочий, кстати, не идеально, он как-то и вот здесь вот заказан был, поздно пробка, но это там так, мелочи жизни, что называется. Слушайте, все, что есть у Люцифера, это Рипер и Гелика 2, плюс еще 2 выйдут, но сейчас когда Гелика 4 будут, они могут ведь и сталки разобрать на изичи, что называется. Нужно открывать депохи. Рипера надо вернуть, уже давным-давно было. Риппер где-то отдаться ему. Вот сейчас бы был 10 Риппер, вообще в легкую просто выпилил бы Люцифер на самом деле этого сталкера. В легкую просто. Ну, все и так выжег, кстати говоря, геликами. Это дроп гелионов, а не просто какой-то врыв. Обсервер уже летит на мейн. В этот раз другой, кстати, билд от Hellraiser, не в ранний Twilight с блинком, а в ранний Роба с колоссами, возможно. Так, оп, залетает. Контролят здесь все у нас. Hellraiser, Люцифер что-то нагромождение какое-то здание делает тут. Сейчас барак сюда перелетит вместо факты в перспективе, и стенку образует ЦЦХа, факта и Старфорд. Тут хрен здесь вокруг этого всего бегает. Дроп 4 геликов на мейне. Они находятся уже. Хороший залп.
Конечно, часть пробок успевает вылечивать батарейка, но гелики-то жгут, продолжают жечь, очень неплохо вообще. Так. Брод, ну, мне кажется, что он такими вещами не занимается. Я буду очень сильно удивлен. Он, конечно, не такой молодой, как ты, и не такой перспективный. Но так делать, наверное, не будет. Спасибо, Калинсан, за информацию. Как там свечаков делать? Ладно, разберусь, короче, как там свечаков делать. Честно говоря, я просто не в курсе вообще, вот именно там с функционалом YouTube полностью не знаком. То есть просто туда видюхи кидаю. Но теперь придется разобраться, канал раз запилил. Я вообще в начале следующего года собирался, но думаю, ладно, раз тут марафон, раз пацаны просят, раз тем более что турниры или года будет, надо сделать YouTube до конца года. Так, приходит сталкер, я минка жахнула, минку выпилил в итоге у нас. Хеллрейзер, потому что она, видимо, стала, ну, она сталкера забрала при этом всем. Здесь третья ЦЦХа плюс бараки еще пошли, две штучки. Щиты фугас плюс один делается, стим уже есть, как вы видите. Есть и Рейвен, кстати говоря, очень неплохой такой юнит. Обсерверов может сбивать. Не знаю, как функционал его сейчас против протаса в плане вот каких-то его кастов там. То есть есть лечение, есть инвазивная матрица, которая юнита выводит из строя. Есть ракета бронебойная, которая броню снижает. Мне вообще все эти полезны стопудово каста, но пока их как бы широко не применяют, сложно сказать, насколько. Вообще даже в био полезно лечение. То есть поставил медиваки, можно вылечить и не тратить ресурсы там. Броню, вот минус броню, тяжело, наверное, попасть, скорее всего, по юнитам оппонента, но если попадет, био просто раскладывать будет. Инвазивную матрицу мы уже часто применяем, видим, как применяют тираны, но больше они в ТВТ как-то применяют против танков, например, танки вывел из строя, позицию занял, убил. Здорово, Акерыч. Здесь же куда можно ее применить? Вот, против этих юнитов. Прилетел через шифт, чик-чик-чик, накидал там. Сколько энергии есть, он сразу выкинул. Прикиньте, там три колосса заблочить просто, если, допустим, атака идет всей армии, то это хорошо. Ну, тоже надо контролить. Здоров всем, кто недавно пришел. Так, ЦЦХ садится у нас на третью. 6 часов занял, Люцифер третью. Слушайте, Люцифер, как бы... Есть косяки, конечно, но я вижу, что в целом-то продакшн, макро... На уровне достойно. Вот косяки в целом есть, сказал я. И supply блок просто на 117 лимита. И нет просто депов в заказе. Нету деповщик в заказе. Где они? Все. Полетели мулы, а депов как не было. Вот сейчас бы это, если бы мулы не кинул, был бы экстра supply. Вот это такой фейл вообще жесткий, на самом деле. Увидел, кстати, Hellraiser, что Starport? Да, увидел. Ну, что это за косяки-то? Ну, вот, смотрите, supply блок просто на несколько минут вообще сейчас зашел. Сразу гост-академии пошли, фигли, удар вкладывать куда-то надо. Ну, гост-академию можно и без supply блока было легко построить. С другой стороны, сейчас все вроде как заказалось и строится, но это могло все без проседаний просто делаться. Спокойно абсолютно. Так, не контролит. Марика своих Hellraiser, в свою очередь, не контролировал иллюзию Люцифера. Чьи Мариков не контролит Люцифера, а иллюзию не контролил Hellraiser. Можно было бы сразу сюда дальше лететь, а Мариками, может, наоборот, не дать бы было. Но в итоге добился все-таки. Плюс 3 барака, еще 8 сейчас будет. 2 гаста, вижу, делаются, но пока только 2 гаста. На такой стадии уже больше гастов, конечно, надо... перевернуть игру. Тем более здесь колоссы есть, против которого гасты так все эффективность имеют. Колоссы всегда со сталкерами контрили. Вот миксы с гастами и лайтовые самые. Да, инвазивная матрица только на один юнит действует. 2-2 у Hellraiser, у Люцифера.
Через 50 секунд вторая атака, здесь 3-3 уже пошла. Марик минус. 188 на 175. Хеллрайзер вперед собрался, что ли, Тину, да? Это что такое происходит? Забыл Хеллрайзер что-то про свою армию. И там все дико тупит сейчас. Так, 3 дарка в призме. То есть 3 дарка плюс даварп какой-то. А да какой даварп-то, если просто нету даже сапплая лимита? Призму убилась туретку, минус призму за зеленой хренью какой-то взрывается, непонятно она. На мейне, на второй дарке. Ну, вот тирана хороший выход, но насколько долго же он сейчас сидел, чтобы этот выход сделать? Это просто жесть. Так, заходит проц. Ну, вот надо в размен идти, наверное, в такой ситуации. Ну, как сюда напасть-то, как бы? Хотя, с другой стороны, позиция неожиданная. На муви, Люциферы! Всеми юнитами на муви. Имба, пацаны! Имба, пацаны. Ну это как с такими процессами играть вообще? Просто аж в центр армии на муви вбежал. У меня аж бомбануло, рукой ударил. Что ты делаешь, Люцифер? Ну, Люцифер молодец, и так до финала дошел. Ну, ждем третью игру, может сейчас исправиться. Вообще вот в этой игре, если Люцифер хотя бы Т нажал, хотя бы через заклик послал, и просто на местность предположительно, где будет армия Протса, Е, а Е, я напомню, это ЕМП, просто туда кинул бы, может быть, какой-нибудь попало, он бы, блин, разменялся более-менее нормально. Вот, секундочку, ребят, мне звонок как раз хотел бы звонить. Все, ребят, я здесь. Ну что, бывает, ребят, бывают такие ошибки контроля, как у Люцифера было. На самом деле смешного мало, главное самому к этому с юмором относиться, потому что ладно, ну... Сыграл, главное, в следующий час. Меня, кстати, часто на муви такая хрень бывала. Это от контроля зависит, как его. Как у тебя там все забинжено и т.д. Вот.
Так, рекламу запилю. Про адлоки помните. Подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня, мой канал. Спасибо тебе, Санчес. Сегодня что-то не разбайчиваются, пацаны. Ну, воскресенье, все уже отдыхают. Деньги потратили. Завтра работать. Последний рывок перед новым. Кстати, дайте-ка я сейчас проверю кое-какие данные просто. Так, 24 воскресенье. Фига себе, 31 идеальное воскресенье будет у нас. То есть Новый год прям на выходные попадает. Прикольно, что. Ну, какая разница, в принципе, мне это пофиг. Вот. Так, Яндекс начал там увеличивать призовые годы, я смотрю. Неплохо, неплохо. Опять, ребят, Hellraiser 2.0 повел. Hellraiser... Ну, Hellraiser здесь фаворит, это очевидно, да, как бы. СМ-ку напилил Hellraiser, тут не слава вообще. Дарка на мэйне, да там тяжело было расконтролить вообще все. Оп, пацаны. Можете тоже, кстати, поддерживать турнир, соответственно, ГГ-года. У кого есть желание и возможность, а не только мой канал. Гарантированный призовой, как обычно, это сколько у нас там? 50 тысяч или 1000 баксов от Яндека, как-то так вообще. За что ему громадное спасибо, потому что Яндек нам в Новый год праздник Старкрафта приносит. Сколько, какой год вообще? Какой год мы уже ГГ года проводим? Ведь, нет, это точно не пятый, мне кажется. Но мне кажется, что, ё-моё, скоро юбилейный будет ГГ года, походу, пятый. Это ж третий или четвертый ГГ года вот этот вот. 17-й какой мы, я помню, еще Хэппи играл. Слушайте, а может это пятый уже, блин? Ладно, сейчас посчитаем. Я что-то сам растерялся, потерялся. Я думаю, вы лучше меня это посмотрите, чтобы мне не лазить, не просматривать сейчас, потому что я что-то не уверен, но мне кажется, что это вот как-то вот так, близко к пятому уже, если не сейчас уже проходит. Опа. Пиф-паф, Гриф, Яндекс, подкинь соточку на синг. Ну, за вторую карту можно, конечно, вот, подкинуть тебе. Но учитывая, как ты ее прям провел, собрался агрессивно, я думаю, ты сейчас соберешься и пойдешь настреляешь просто, ну, на улице. С твоим-то талантом игры за зергов. Хотя, как это связано, я не знаю, ну ладно. Что-то я угораю. Хорошо, когда воскресенье, настроение неплохое, ребят. Честно вам скажу, наверное, да, как бы кому-то может нравиться, чтобы оно было не очень, как бы, воскресенье. Но тем временем Hellraiser харасит Люцифера. Hellraiser намерен 3000 рублей забрать у нас с отборочных четвертых, я так понимаю. Вот. Числа на финалы мы говорили, 29-30 будет. А, у нас все 30 будет. Гайте, у нас в один день, Юр, что ли, будет? Я чуть не понял. Нам-то, получается, РО-16 надо будет, РО-8, точнее. Вообще, думал, каждую игру вообще отдельно будем стрелять. Надо это заряжать с самого вообще утра, как бы, и до конца вообще гейминг просто. Потому что, ну, просто у буржуев надо с ними, понимаешь, надо конфу создать, там у них может быть какая-то будет это
турниры, чтобы главное все могли. То есть надо либо на два стрима распределять первый тур матча, либо как бы, я не знаю, как делать. Я забыл совсем, я что-то все про два дня думал, а мы же за один хотим вроде как провести. Так, Чарльз Броня, ребята, третий Нексус у Хеллрейзера. Ну, пилон Гейдас Нексус Кибернетик, насколько я понимаю, был билд. 5 гейтов добавляется, будет час 8, то есть и Чаш, и Фениксы, то есть это чаженные зелки плюс Фениксы, это ужасная для Тирана тема вообще. Люцифер здесь на двух базах сидит, он делает выход, по-моему, там идеально против выхода будет все. Слушайте, приходит пуш от Люцифера, но что-то тут, по-моему, уже вперед идет у нас Хеллрейзер. Это, по-моему, 3-0, ребят, абсолютно очевидно. И опять как-то пуш не остался скрытым от Протоса, и он пошел и все просто убил. Не, ну тут как совсем без шансов у финал. Сию написал Люцифер. Увидимся, то есть увидимся на финалах. Или увидимся где-нибудь в реале. Я тебе перо в бок ставлю за эти чаржи все. Так. Так, по сетке там решается. Так, ребят, не спешите уходить, не спешите уходить, короче говоря, сейчас мы обсудим сетку, я, может быть, даже вам сразу же ее сейчас покажу, потому что Юра вроде, ну, сделал так, как мы и хотели, то есть, чтобы первые места попали на четвертую, ну, первые места попали на тех, кто проиграл в полуфиналах, соответственно, то есть на третьи и четвертые, 100%. Вот.
Так, Женя здесь у нас. Так, ребят, короче, сейчас что-то Женя ушел. Сейчас мы быстренько здесь посмотрим, что как. Сейчас Юра может нарисует, не знаю как-то. Что-то Яндека и Жени не видно просто здесь, если честно. Пока рекламу пропилю. Обновлю. Так, ладно, делаю задержку, убираю задержку, что-то пацан... Хотя не, погодите.
Так, ну реклама появляется, когда я ее пилю. Так, я надо ушел куда-то. Сейчас, ребят, секунду просто. Ну все, ребята. В общем, пока Юра сетку не впилил на этот, на Ликвипедию, ребят, я вам показываю просто вот здесь вот ее. Вот такая вот сетка будет у нас. Понятно, что кто-то может остаться недовольным там и т.д., но менять мы уже точно ничего не будем. Она с первый раз зашла, чтобы вообще машины никакой не было. Принцип был абсолютно простой. Первые и вторые места были как бы распределены, ну, получается, пока, ну, вот. По корзинкам, чтобы на них бы попали точно третий и четвертый. Все как бы. Потому что у нас точно четвертого нет, у нас третий через четвертое. И первое-второе. То есть, и как бы кого на кого выбирать. Просто на первые, вторые, третий и четвертый рандомно накидали. Вот такая вот сеточка у нас будет 30 числа. Приходите, не пожалеете. Будет очень крутой стрим, крутейший просто. Вот. Так. Алло. Так, ребят, мне там звонки уже начинаются. Soul Strange, Люцифер Коу, Блай Браток, Гуру, Рейнер Ваня, Крит Димага, Минато, Арктур, Хеллрейзер Скиллос. В принципе, по расам более-менее балансно. Единственное, сверху, ну, европейцев в верхней части все, кроме Рейнера, остались. Кырнагуру попал, но это чистый рандом. Вот. Так что всем спасибо, пацаны, игроки. Если смотрите, готовьтесь, как бы бейтесь. Увидимся 30-го, ну точнее 30-го мы на этом турнире увидимся, но до 30-го еще стопудово будет. Что-то стримы какие-то и завтра, и послезавтра. А на сегодня всем пока, хорошего всем воскресенья, спасибо всем за внимание. Как обычно, всех рад вас видеть. Пока, пацаны и девчонки.